Именно терны стали в ТВП. Не так много я сыграл пока что на новом патче, 30, наверное. Но в целом ТВП изменилось довольно сильно в плане того, что терны перестали строить много танков на начальной стадии. То есть раньше обязательно надо было строить 2-3 танка, и они обязаны были их идти реализовывать, и даже если в игре что-то пошло не так, они все равно шли в этот пуш, который, если, как я сказал, в игре что-то пошло не так, они его сразу в хлам сливали и проигрывали игру уже на начальной стадии. Теперь такого нет, строится один танк, дальше идет переход в био и больше вариации у терна. Все вроде как 21 секунда, новых стратегий особо не изобретено в плане пушей каких-то и так далее, а вот мид-гейм выходить стало попроще. Ну и ЕМП тоже довольно сильные изменения. Ну, сложно сказать, как отразится, я довольно мало наиграл, но пока что я могу сказать, что файты стало принимать очень сложно. Наверное, за эти 30-40 игр, которые я сыграл, я выиграл буквально несколько файтов 200 на 200. Ну, не знаю, я стал прямо жестко разваливаться, потому что ЕМП действительно решает. Ну, может быть, это, опять же, опыт, надо будет потестить. Касательно инфесторов, если, ну, я считал уже, инфестору надо на 7 ударов больше сделать по батону, когда убрали этот баг и увеличили рейндж. Но по факту это ничего не изменило, то есть, как сыграл лейт, было сложно играть, так и сейчас его сложно играть, не знаю. Касательно скорости, когда я увидел это изменение, я думал, что она будет играться в ВЗ, опять же, просто каждую игру, но по большому счету изменений каких-то не заметил. Те зерги, которые раньше делали скорость, они сейчас делают скорость, которые не делали, они сейчас ее игнорят. Это такое изменение, приятный бонус, который вообще, по-моему, ничего не изменил. Я думал, это немножко больше коснется, потому что скорость, по сути, пресекает все лейны протоса. Такой мапхак, да, на всю игру дается за 75-75. Ну, казалось изначально, что жестко, но пока что зерги или не адаптировались, или, ну, или не настолько я думал, что это будет решать. Ну, они скорее не перестроились, наверное, еще на самом деле. Не привыкли люди. Когда выходит какой-то патч, в целом какой-то период все равно остается застоя, когда люди только пытаются освоиться, понять, типа, что делать с этим, как это реализовывать. Нужно ли это, и только со временем, когда даже чаще замечают на каком-то профессиональном уровне более высоком, как кто-то это реализовывает удачно, сами задумываются, типа, блин, это же не зря добавили, надо попробовать, и все. Где-то так происходит, поэтому. Думаю, зерги через месяц-два будут все поголовно делать скорость овером, потому что слишком выгодный все-таки баф. Да, абсолютно согласен с Аверсом. Как по мне, это очень важное изменение для ЗВП, потому что какое-то время до патча была мета с двухбазовыми билдами, особенно напрягал зергов Marjorie билд, да, то есть и все подобные вариации, потому что для каждого билда нужна какая-то конкретная подстройка от зерга, какое-то конкретное количество рабов и иногда даже композиция юнитов, потому что Marjorie, допустим, роучами не отбивается практически никак, да, то есть надо строить бейлингов. Опять же, если строить бейлингов там какой-то любой сентри пуш, это уже, естественно, плохой вариант. Вот поэтому скорость очень сильно помогает зергам. Я думаю, да, действительно, будут играть ее почти все зерги поголовно. Ее, в принципе, и раньше играли. До патча играл Рейнер, я помню, на WCS Summer. Сэрл тоже как-то использовал. Ну, в целом, мне кажется, это самое важное изменение для зергов. Да, кстати, а по поводу ЕМП, вот, кстати, мне кажется, это чрезмерный какой-то апгрейд для терранов. Все же, вот я те игры, которые смотрел, я смотрел весь ВЦС, все катули, какие-то стримы в целом, там разных вардий и прочих турниров, и слишком огромный радиус все-таки у этого ЕМП. По факту и с зергом даже сложно влейтить. Если кто смотрел вот на ВЦС типа отборочных, играл Soul против Рейнера, и в целом, если бы эту игру представить в с таким же развитием, но без бафа ЕМП и с бафом ЕМП, я думаю, Соул проиграл бы на самом деле в хлама в целом. А сейчас наоборот даже. То есть перевес настолько стал в сторону Террана, что именно тяжело зергу что-то предоставить против этих гастов. То есть в какой-то момент
Рейнеру даже пришлось отказываться от инвесторов, потому что они всегда были без маны, и они просто ходили мертвым лимитом. Вот это несколько смешно. И как-то, не знаю, мне кажется, все-таки Близзарды принимают какие-то не всегда правильные решения. Сейчас будет очень тяжело в лейте, ну и такого, ладно, предлейтовом тайминге, когда уже есть гасты, еще нет тир-3 юнитов у протоса, условно, там масса колоссов, темпестов, батонов, штормов. Вот в эти моменты протосу будет очень тяжело выживать, мне кажется, прямо очень, если Терран такой неплохой сам по себе по контролю. Да-да, ну, все, на самом деле, грейд начали делать просто во всех играх, то есть нет такой игры, если она не заканчивается очень быстро, то это прям идет всегда. Раньше бывали игры, когда там старались масс-либераторы делать без гастов, ну или что-то такое, сейчас, ну короче, этот грейд очень хорошо зашел Террану, сейчас его все играют. Вот мне кажется, вот Аверс отметил, что апгрейд для ЗВТ может быть даже перебор, но мне кажется, наоборот, это очень важный шаг в нужную сторону. По-моему, ЗВТ стал более балансным в лейтгейме, потому что, ну, не стоит забывать, что EMP — это не фидбэк. То есть инфестор всегда выживает после EMP, и просто зергищи не привыкли, ну, микрить, да, вот более такими группками инфесторов, потому что обычно инфесторы все ходят в одном большом стаке. Естественно, если EMP попадает, зергу просто, ну, нужно отходить обратно. Но мне кажется, это правильное изменение, потому что сейчас, да и раньше, в принципе, зерги в лейте были сильнее, поэтому... Я лично с этим в целом согласен, хоть я и зерк, но мне изменения нравятся. То есть могли понерфить кое-что другое более жестко. Не, направление, безусловно, правильное в целом, но не уверен, что именно то, что нужно было в целом. Если говорить отдельно, они же первоначально хотели еще ТВП исправить, потому что им кажется, что протосы какие-то в мидгейме слишком сильные. А на самом деле такой проблемы подобной не было до изменений кардинальных циклонов. В чем фишка, что раньше Terran условно... Вот почему стоит возвращаться к каким-то истокам либо выпускать более глобальные патчи чаще, наверное? Потому что когда изменили циклонов, произошел какой-то... Какие-то, короче, что-то изменилось, и по факту Terran начали постепенно играть хуже. Больше байнить на этих процессах, какая-то результативность начала падать. Скорее из-за того, что появилось меньше вариативности у Террана в целом. То есть нам пришлось... Раньше циклон, ты мог, если там тебя пушат, ты построил одного циклона, он тебе очень сильно помогал отбить какой-то прокси-гейт, любой какую-то агрессию. Ты мог сам придумать какие-то раши забавные с прокси-циклонами, еще что-то. Протосу было, ну, как бы немного страшно всегда. Он переживал, что может приехать какой-то пуш неординарный и достаточно сложный. Сейчас такого нет. Вот этот наш циклон, он позволяет больше контролить, но при этом уверенности в своих силах ты никогда не ощущаешь. И протосу нет необходимости делать быстрый там робо, допустим. Я не знаю стратегию, ну там ладно, несколько стратегий на нескольких картах только, при которых ты можешь заставить протоса открываться в робо. И это не сильно хорошо, когда протос именно полностью свободен в выборе своей ветки технологии. Допустим, сам протос может влиять на Терра, на какую он ветку технологии выберет. В целом, у нас даже выбора по факту особо нет. Там максимум можно выйти в какой-то специфический пуш, либо мех, но это не особо актуально, что раньше было, что сейчас. И вот из-за того, что какие-то изменения были введены раньше, не совсем правильные, как мне кажется, пытаются это все исправить и придумывают какое-то второе, пятое колесо. Это пятое колесо, это как раз это EMP. Не знаю, мне кажется, оно не настолько круто. Ну, то есть оно чрезмерно круто и не слишком решает все проблемы, которые мог решать. Ну, не знаю, мне как бы со своего донного уровня как раз очень хорошо зашел EMP. По крайней мере, знаете, чувствуешь такое, как сказать, небольшую месть, потому что если раньше... Я сходился с протосом 200 на 200, меня сминали, и я писал ГГ и выходил по рецепту братка. Сейчас я кидаю несколько ЕМПшек, ну и более-менее как будто что-то получается. Мне кажется, нормально, и по крайней мере это, ну вот, на более низких уровнях, не скажу, наверное, сейчас за прогеймеров, может как-то поменять вообще динамику матчапа. Я не знаю, насколько это вообще уместная штука ближе к концу сезона, да, потому что нам вот еще осталось доиграть GSL, WCS в Монреале, ну и там BlizzCon дальше. Вот. И по факту-то оказывается, что изменения вроде как довольно серьезные, но на ТВП... Мне нравится в целом, как повлияло, и на ТВЗ, в принципе, тоже, потому что если раньше в ТВЗ у нас была эта
ситуация, когда игроки делили карту, зерк копил инфесторов, брудов, там спорочки ставил и так далее, на него было не напасть, то сейчас у Тирана какие-то варианты, мне кажется, инициации сражения появляются, это хорошо. Вот. Вам не показалось, что есть какие-то изменения, которые сделаны для галочки? Вот призму на 50 минералов подняли, интерсепторов с 11 до 9. По-моему, это настолько ерунда. То же самое и баком, который они могли бы прям сразу переправить, да, а втянули баг с тиранами инфестед. Почему так? Не, ну баг на самом деле это очень сильное изменение. Просто да, это сильно, но вопрос, почему его сюда сразу? Его, да, да, да. То есть... Ну вот, кстати, насчет стоимости призмы, есть только, наверное, одна ситуация, где это может играть. Это если идет фотон, да, от протоса, вот потом роба и призма. Тогда как бы 50 минералов, ну, кое-как могут сказаться, потому что это все-таки одна лишняя батарейка. Одна лишняя батарейка — это один залп реведжеров, да, то есть это несколько секунд, которые протос выигрывает. Но в остальном, да, эти изменения скорее просто, чтобы, так сказать, заморить червячка, да, порадовать публику. Какие-то там обещанные нерфы, чаржи, которые все этот месяц почти ожидали. Но, увы, не в этот раз. Я думаю, они нерф чаржа, может быть, приберегли на глобальный патч, но, с другой стороны, если останется такая ЕМПшка, то там нерфы чаржа уже не нужны, наверное, будут, потому что ну, на минах сейчас без щитов зилоты взрываются довольно резво. Так не, проблема, я, вот большая ошибка на самом деле, люди заблуждаются, почему Терраны ванят на зилотов. И вы, есть проблема одна главная, которую очень сложно решить. Большинство матчей проигрывается благодаря тому, что эти зилоты оказываются, допустим, на мейне, на твоем мейне. Вот ты пошел в атаку, у тебя там большой лимит 190 условно, маленький дозаказ. Если протоса залетит призма на мейн или как-то попадет тебе на базу, варпанет 10 зилотов, у тебя не будет возможности сконтролить и свою армию, и как-то убить этих зилотов. Во-первых, ну, главная проблема в том, что чтобы убить этих зилотов, надо сильно контролировать, контроль какой-то проявлять. То есть нельзя просто пехотой стоять и бить этих зилотов, если у тебя не превосходство в 2-3 раза для твоей армии био. Тебе надо именно кайтить, что-то делать, то есть проявлять на какое-то внимание на это, отвлекаться. А протосу в целом ничего не надо. Он просто варпанул, эти зилоты авточаржем наносят, так дамаг неплохой, и он себе там дома, если что, макрится, как-то отбивается, пытается поймать где-то. Немногие игры, там, допустим, тот же GSL прошедший, который уже закончился, Trapping Innovation, там две карты из трех проиграл Innovation именно из-за того, что прилетела призма. И Трэп это именно использовал. Он просто ждал, пока Террен пойдет в атаку, залетает призма, и все. То есть для того, чтобы отбить этих юнитов, тебе надо прикладывать намного больше усилий, чем просто их использовать. Чтобы использовать, много мозгов не надо. Ты нажимаешь оклик, и они там сами все справляются. А чтобы отбить, тебе надо и, блин, мультитаск проявлять какой-то, и микро. И вот в этом самая большая проблема. То, что импакт они вносят слишком много, при том, что не требуют каких-то затрат в микроконтроле и остальном. Мне еще кажется, что здесь проблема может быть даже не столько в балансе, да, ну, по крайней мере, я сижу по ЗВП все-таки, да, но проблема в самом плохом дизайне, да, который раздражает и Терранов, и зергов, то есть, ну, в ЗВП это, конечно, не так заметно, но вот сейчас популярны разные тайминги, да, вот с архонтами, там 3-4 архонта и просто зилоты, да, там 1-2 иммортал и призма. И то есть после еще очень старых изменений с гидролистками, да, когда там разделили апгрейды, потом уменьшили скорость атаки, там что-то сделали с чуть-чуть добавили. Зерги просто вынуждены играть сейчас в роучей. Вот. И в таких атаках зергу нужно тоже очень много довольно микрить, нужно кайтить, нужно сплитить, в то время как протос практически тоже ничего не делает. То есть единственная микро для протоса — это варп-призма. И вот эта сила зилотов, то есть лобовая, довольно сильно бесит большинство игроков. И вроде как это и контрится, вроде как, в принципе, хороший зерг с этим справляется без проблем, но сама идея в игре, где одному игроку нужно делать больше действий, чем другому, она довольно-таки вызывает большое недовольство.
И то же самое касается лейтгейма, только там уже ситуация наоборот, да. То есть Зерк спокойно себе чилит на 30 инфесторах, а Протос вынужден потеть, что-то там микрить тремя кастерами, пока Зерк может кидать невралы, которые, кстати, вообще не затронули, как ни странно. Да, ведь проблема-то была не столько в инфестотерна, сколько в невралах, наверное. Особенно в Скайтосе, да, потому что невралы имеют огромный рейндж контрят и батонов, и, в общем-то, всех остальных юнитов практически. Но Wizards решили-то не трогать, поэтому... ЗВП лейтгейм останется за зергом, скорее всего. И мидгейм тоже станет проще для зерга, потому что понерфили и призму. Естественно, все открытия, кроме как Stargate, стали слабее, что вот зергу очень выгодно, потому что Stargate изначально такое открытие, которое, ну, как бы намекает на то, что игра будет длиться еще приличное количество времени, что это будет третья база процесса, и потом макро. Ну, в целом... Как-то вот не очень все для протоса выглядит на самом деле. Основных каких-то огрехов в балансе, они как-то их поправили все-таки. И даже вот по прошествию турнира, к которому мы сейчас перейдем, в ЦС Фолл, даже там не было каких-то перекосов в одну сторону. Более-менее все равно было. Ну, ЗВЗ в финале. В смысле не было перекосов? Опять ЗВЗ в финале. Ну, это уровень все-таки. Это неправильно. Блин, да, мне на самом деле это, типа, судить по тому, сколько участников, на какой стадии, тоже не совсем правильно. Да, я шучу. Ладно. Камон. Нет, но насчет того, что нет перекоса, я как бы не знаю, потому что мне кажется, хотя да, наверное, не знаю. Мне кажется, что зерги-то, в принципе, должны себя более-менее все равно неплохо чувствовать. Я думаю, зерги вообще супер. Тем более с этой халявным этим быстрым овером. Смотрел на днях стрим Хиромарина. Хиромарин говорит, ну, я, короче, даже не буду сейчас строить тут пехоту, потому что какая разница, он все равно прилетит. Я даже не буду там ныкать старпорт куда-то поглубже на базу. Как бы, какая разница, меня все равно разведают. Все, ставлю прямо рядом с бараком, туда же факту, все, погнали. Вот, меня это немножко, если честно, напрягает, это изменение, потому что, ну, я пока что не знаю, если раньше ты мог как-то еще более-менее, либо, ну, заставить зерга более-менее на что-то потратиться, как-то ему там помешать с разведкой и так далее, сейчас, мне кажется, тебя разведывают в ТВЗ, во всяком случае, в 100% случаев, и сложно. Сложно даже викингам тебе гоняться за этими чуваками. Вот, так что... Ну, не знаю, мне кажется, что зергом... И ЕМП, да, там, с масс-инфестами, но такое. Ну, с другой стороны, зерг просто раса, одна из которых точно, которая больше всего зависит от разведки, и подобное ей просто необходимо в целом. Типа, в целом, зергу просто надо знать, что делает там Террен или Протос, потому что в основном задача наших двух рас — это как-то... не дать зергу экономически развиться максимально сильно. Потому что если зерга оставить в покое, он там сделает кучу дронов, и потом тебя просто задавит легко массой. А наша задача как-то этому противостоять и делать какие-то прикольные ходы, придумывать какие-то билды, как-то реализовывать их, пушить, харасить. И типа, что зергу делать после против этого? Если он где-то там лишних 5 дронов закажет, он может проиграть. Лишних 5 роучи закажет, тоже может проиграть. А так хотя бы чуть больше понимания будет. Я типа не спорю с тем, что зерги в принципе сильные. Это... будет спорить только какой-то сомнительный человек, но, тем не менее, я думаю, скаут очень нужен. Ну, на самом деле, без этой скорости достаточно было возможности проскаутить, и за 100-100... За 100-100 было проще наказать зерга, то есть есть скорость овером, да гарантированно нет скорости лингов гораздо дольше времени, два адепта могут больше нанести урона. Сейчас это немножко понерфили. И еще, не отходя от... тема баланса, я не совсем понимаю, почему нет нерфа Рейвена и нерфа Нидуса. Нидус с Рохастами, который летает, по сути, за бесплатно, это очень сильно ЗВП. Да блин, обидно, я не знаю. Я столько этих патчей читаю за последние 6 лет, что играю. Мне каждый раз говорят, короче, ботаны, ну я смотрю со своей точки зрения, со стороны меха, говорят, ребята, все нормально, мы беспокоимся о вашем мехе, хотим, чтобы он развивался. Понимаем, что с вармхосты они немного сильны, подождите, скоро мы это исправим. Это еще было в 2014 или 2015 году где-то. И я не знаю, в чем проблема. Есть один нерв, который легко исправит все эти проблемы и у протосов, и у любых, и фармхосты не потеряют актуальность. Просто если добавили грейд на то, чтобы локусты летали. То есть, чтобы они первоначально ползали, как в ходсе, но там, к примеру, 60 секунд делается. Во-первых, тогда фармхосты не будут давить в самом начале такой огромной массы, то есть когда у Протоса или Террена почти ничего нет, будет время для того, чтобы как-то на это реагировать.
И в целом все равно свою актуальность не потеряют, если Зерг хорошо ими управляет. Анидус сам по себе, типа, ну, он понерфлен немного, что мне кажется, он не настолько сейчас имба, вот скорее дело в спармхастах. Если бы спармхастов чуть-чуть так подрезали, то я думаю, протосам было бы намного легче, потому что сейчас скорее даже и протосы, зерги говорят, что это типа полная ерунда. Вот недавно трэп проиграл кому-то, Рогу как раз, я смотрел их матчи, проиграл Рогу, и прямо во время игры написал, типа, сорян, братан, надеюсь, скоро это понерфят, да, это слишком сильно. То есть просто один и тот же билд, Нидус, спармхасты и трэп... Чем это можно не законтрить? Не выдерживал это на фоне. Чем вот ты это контришаешься? Как я это контрю? Не знаю, иногда просто выхожу из игры, в принципе. Хороший способ борьбы. По-разному, блин, смотря на каком тайминге. Меня недавно Димага убил с двух бас, с фармхостами вообще что-то. В целом, скорее, надо контролировать все точки, где могут вылупиться нидусы, пытаться препятствовать их возникновению. Вначале зерга держать в напряжении, как-то харасить, либо пушить, чтобы он не мог выйти очень быстро в эти все технологии. А иметь условно какой-то там, ну, антиэйр, там, условно, Торы хорошо справляются со своими костами. Они с плюс один убивают почти все хп с ранчидом. Это 3-4, если нормально Торами еще контролишь, центральные кучки наводишь. Типа сложно, на самом деле. Там главное... прочитать этот билд, успеть среагировать, контролировать все подступы, как-то успевать как-то прохарасить. Ибо на самом деле это очень сложно, не знаю, мне спармхосты такие напрягают, когда с трех баз происходит эта вся муть, приходится страдать очень сильно. Ну, кстати, на ВЦС я не видел, чтобы прям повально в эту тактику играли в зерге. Да там вроде... Почему так? Говори. Мне кажется, это связано с тем, что просто Свармхосты сами по себе довольно рискованный билд, потому что, ну, то есть я помню тот же Сэрл, когда играл со Статсом еще на прошлом GSL vs. The World. То есть, если довольно хорошо Протос отбивается, если он хорошо контролит, видит карту, то это очень рискованное вложение. То есть, если первые две волны, они не приносят какой-то урон, то в дальнейшем Свармхосты оказываются плохим вложением в целом. То есть, и Зерг уже вынужден тратиться на роучи, продолжать разводить протосы и так далее. То есть, это такой вот... этот билд носит в себе элемент алына. Ну вот, что мне не нравится, на самом деле, я бы... хотел бы видеть какое-то изменение Нидуса еще раз. Потому что, может быть, чтобы скорость постройки Нидуса была чуть... меньше, да, то есть чтобы занимало больше времени, пока Нидус появляется, потому что это, во-первых, не очень хорошо сказывается на ЗВЗ, потому что в ЗВЗ вы просто обязаны оставлять несколько роучей, тоже на мейне, там на натурале, в локациях, где Нидус может быть, в то время как оппонент может носить всю армию вместе, то есть Нидус выдает такое вот небольшое преимущество зергу, который его использует, то есть при том, что цена за Нидус, ну, она очень низкая на самом деле, то есть потерять 1-2 Нидуса это вообще не проблема. То есть он даже, по сути, двух роучей толком и не стоит. Или там одного роучера, поэтому не нравится мне. Вот насчет изменений скорости оверлордом, кстати, я хотел бы добавить. Возможно, это была какая-то попытка чуть-чуть поменять мету в ЗВЗ, потому что, вот как мне кажется, ну это, конечно, вряд ли интересует большинство людей, но так как мы смотрим в последнее время очень много ЗВЗ, очень много финалов ЗВЗ, да, как бы... очень сильные двухбазовые билды в ЗВЗ, и очень неудобно против них играть, если вы играете с трех баз. Да, вот я постоянно смотрю игры Рейнера и Сэрла, и я всегда вижу, как Рейнер получает какое-то небольшое преимущество в этих ситуациях, потому что разведать двухбазовое зерго очень сложно, и при этом, опять же, просто набор билдов, который у него может быть, он очень сильно отличается. То есть в том плане, что другой зерг должен подбирать определенный свой аргумент к каждому. И это очень плохо влияет на баланс, потому что часто вы просто не угадываете. А разведать какой-то эффективной возможности нет, потому что на момент разведки, то есть на момент аверсира, у вас уже просто время принятия решений истекло. То есть, а если даже смотреть собачкой по эволюционкам, по роуч-ворону, по стенке, это не всегда понятно. Да? То есть это часто можно фейкать, фейкают легко. Блай в этом вообще эксперт, например, и другие зерги. То есть мне кажется, вот изменение вроде как могло повлиять, но все равно 75 газов, ЗВЗ на этой стадии это дорого, никто это... я думаю, делать не будет. И вот этот аспект ЦВЗ мне бы хотелось, чтобы изменили. В основном, как зерга, меня баланс устраивает абсолютно. Это даже нерф инфеста тернов меня сильно не пугает, на самом деле. Я думаю, с зергом сейчас вообще сладкая жизнь. Кстати, не стоит ведь забывать еще и о мапуле, да, то есть потому что карты сейчас 100% зерговские. Вкупе с изменениями протосов, вкупе с нерфом призмы, я думаю, сейчас зерги будут пировать еще как минимум полгода. Не знаю, что еще сказать. Мне очень все нравится. Пока что.
А давайте как раз и перейдем к мап-пулу новому. Что в нем? Давайте. Я вот сразу прям спрошу, у меня вопрос появился. Я-то в плане геймплея не сильно шаристый. Бастард, что значит все карты зерговские? Чем они так хороши для зергов? Прежде всего размером карт, да, потому что карты очень большие, практически все новые. То есть убрали старые Кайрос, Киберлес, которые были неудобны для зергов, да, то есть Киберлес из-за своих рамп узких, из-за позиционки неудобной. Ну, Кайрос просто карта маленькая, не очень приятно играть большинству зергов на них. Сейчас почти все остались огромны, то есть Буревестник просто гигантская карта, к тому же есть фиолетовые газы. Акрополь, да, то есть карта большая, тоже очень приличная и удобная. Новые карты тоже, еще не помню все названия. Тритон, по-моему, тоже очень большая. Ну, практически все карты зерговские, то есть за исключением, наверное, Winter's Gate, да, Врата Зимы, потому что там ингибиторы, эти зоны замедления, где зергу играть не очень удобно против тиранов, да, то есть если раскладывать танки где-то в такой позиции. Но все остальные очень подходят, потому что базы занимать легко, отбиваться на них очень легко, карты большие, а rush distance очень большой, то есть и тиранам, и протосам идти долго, зерг успевает халявить, зерг успевает дрониться. И, в общем-то, базы так часто расположены компактно и близко друг к другу, что позволяет легко выйти в лейтгейм. В лейтгейме все знают, что зерги, в общем-то, сейчас самая сильная раса. Ну, может быть, поменяется ЗВП, конечно, время еще покажет, но, как по мне, в лейтгейме большинство зергов себя чувствует наиболее комфортно, потому что мидгейм, наверное, для зергов чуть более опасный, чем для остальных рас, потому что зерг обычно играет с позиции обороняющегося. И вот именно за счет этого карты новые очень мне нравятся. Ну, не знаю, мне кажется, самое крутое в этих картах вообще тенденция, которая пошла сейчас, они стали менее похожи на все предыдущие. То есть, вот, допустим, все эти перегородки минералами, то есть, что можно пройти какую-то, через какую-то область, прогрызшие минералы, где там 5-10 этих минеральчиков всего лишь есть, где просто там зоны замедления вот эти появились, просто вносят как для зрителя просто больше интереса к игре, какие-то больше интересных забавных моментов, игра не ступорится. Мне кажется, через вообще года два появятся там какие-то телепорты, я не знаю, где ты там попадаешь, где ваши две базы появляются рядом с друг другом, там совсем, чтобы рабочие просто на жизнь дрались. Ну, мне кажется, что-то забавное будет происходить, будут придумывать, вот как эти насыщенные газы, где газ добывается больше. Просто еще больше носить со временем скорее элемента рандома, но, как мы знаем, элемент рандома как-то положительно влияет на, в целом, на интерес публики, потому что там, условно, Dota, остальные, там всегда есть какой-то элемент рандома, где что выпадет, где что не выпадет, там Warcraft вообще. Starcraft самая такая, по факту, статичная в этом вопросе, и мне кажется, пора от этого немного отходить, какие-то безумные вещи придумывать, чтобы какие-нибудь там креативщики прям заинтересовывались игрой, и, скорее всего, мы в этом направлении будем двигаться. Поэтому мне именно мапул с этой точки зрения нравится, просто интересно играть, какие-то фишки можно придумывать. Да, я абсолютно согласен с Айрсом на этом вопросе, потому что действительно Blizzard и, в принципе, дизайнеры StarCraft, мне кажется, были долгое время очень консервативны, а это как бы плохо для развития игры, особенно для зрителей, потому что, ну, смотреть одно и то же годами просто банально наскучивает, да, какие бы ни были крутые игры, все равно повторение, это может быть для учебы, но не для интересных игр, да, то есть я думаю, что добавлять какую-нибудь одну-две карты с таким странным дизайном, странными локациями, какими-то там нейтральными туретками, как вот уже было в недавнем Team Liquid Map Contest, я думаю, что это круто, да, даже если их будут ветать на ладере, ну, на ладере, пожалуйста, у вас есть три вета, вы можете их вычеркнуть и наслаждаться стандартом, да, но на турнире, то есть иногда мы будем зато как зрители это видеть. Да, это, конечно, неприятно для прогеймеров, это кого-то раздражает, кто-то будет вайнить, но, с другой стороны, опять же, все-таки, я думаю, главное в больших турнирах это не только баланс и честная игра, но и как бы привлекательность этой игры для зрителя, да, потому что, ну, в этом, наверное, весь интерес для большинства из нас, потому что игра должна быть красивой, динамичной, приятной для глаз, да, и при этом не слишком дисбалансной. Вы уже привыкли? Я в целом могу согласиться. Механики. Довольно интересно, что карты разнообразные, карты новые, но мне кажется, Blizzard довольно долго принимают
Ну, то есть, точнее, не принимают неудачное решение. То есть, как по мне, поля замедления — это фигня, и их не стоит дальше продолжать делать. В прошлом сезоне у всех, кроме, возможно, Террена, была заветана турбо-круиз, в этот раз будет заветана зимние врата. Я практически в этом уверен, потому что карты крайне неприятные, чтобы играть, чтобы посмотреть. Ну, не знаю, может, конечно, это экшен какой-то добавляет, но играть такие не очень. Мне кажется, надо отказываться, придумать что-то новое. Придумать что-то новое — это идея хорошая. Вот с минералами идея хорошая, и плюс-минус она заходит, и сильно на баланс, так скажем, не влияет в определенных раскладах. То есть в этом направлении надо двигать, может, еще что-то придумать. Но вот замедло — это такое себе. Да нет, ты не прав. Протосы, наоборот, турбокруиз любят, потому что летает призма с этими темпларами. Там этим био надо идти так осторожно, просто как сапером посылать по 8 мариков вперед, осторожно, чтобы, не дай бог, где-то призма окажется, ты зашел в поле замедления, и все, там уже. Как бы ты великолепно не сплитил, к сожалению, этой пачки нет, заказывай новую. Типа. Ну, срой, просто интереснее, это именно добавляет зрителю интерес. А играть, конечно, нам это похуже стало. Мы привыкли, люди вообще не склонны к каким-то переменам, мы привыкли, вот как есть, так и вот нормально. Так мой дед жил, я так жил, и вот и мы так будем жить. Все, это не, для человека это нормально в целом, как того, кто этим пользуется. А зрителю нет, ему уже хочется чего-то просто нового, разнообразного. И подобный элемент, он вносит интерес в игру в целом. И думаю, со временем игроки тоже привыкнут там, ко всякой дичи, которая будет появляться на дальнейшем мапуле. Давайте есть какие-то... пофантазируем, что бы вы хотели увидеть. Может, что-то видели на каких-то кастомных картах, что-то такое интересное из механики. Может, ускорение, а не замедление. Ну, вот, мне кажется, реально, вот какой-нибудь, если бы сделали телепорт, условно, было бы забавно. Если, блин, схематически как-то изобразить, представим, что две базы находятся очень близко друг к другу. Вот две базы, по факту. Между ними пространство, там, космос, я не знаю, вот две базы. Ты можешь с этих баз подойти к какую-то точку на своем мейне и телепортироваться в какой-то дальний проходик, который будет тебя направлять к базе соперника. То есть, что ты знал этот проход. Ну, допустим, чтобы ты держал в голове, что на твой мейн ведет маленькая дорожка, по которой может пройти телепортом какой-то твой соперник, условно. И такие какие-то забавные. Это может саплаями перекрывать эту дорожку маленькую, еще что-то. Какие-то просто вещи, которые, может быть, не будут первое время актуальны в целом. Но дальше игроки придумывают какую-то ерунду к этому развитию, мне кажется. Просто какие-то такие вещи неординарные прям совсем, которые будут немножко менять все в целом мировоззрение игры. То, что смотреть все одно и то же стандартное, надоело. Мне вот нравится идея с нейтральными юнитами на карте, да, то есть с нейтральными, ну, в смысле враждебными к игрокам, которых нужно как бы расчищать, то есть, или, то есть, наоборот, как-то использовать в свою сторону, да, то есть халявить, за счет них пытаться обороняться, или, наоборот, приводить их на базу соперника вместе с своим войском, да, то есть что-то такое, ну, то есть в стиле Варкрафта, наверное, то есть я, конечно, сам не играл, но там, я знаю, есть лагеря с нейтралами, да, которые можно фармить, ну, здесь что-то такое, можно было бы видеть, да, то есть, потом еще, ну, к тому же уже были карты героев, интересные, да? Ну, героев не надо, конечно, но... Я знаю, были карты с натуралом, который был с золотыми минералами, например. То есть, вот было бы неплохо, если бы какая-то карта была, допустим, с золотым мейном, да, то есть, где игроки изначально стартуют с большим количеством минералов. Хотя это надо очень много тестировать, все подобные вещи, на самом деле, потому что тяжело, действительно. Здесь нужно даже не один и не два турнира обкатывать на этих картах, чтобы понять, для кого они выгодны, для кого не слишком. Ну, вот на ладере просто добавлять по одной-две карте так каждый сезон и смотреть, что из этого получится. Просто такие вбросы делать игрокам, чтобы они в этом копались и как-то сами будут писать отзывы, сами все рассказывать в Твиттере, разработчики все в целом поймут. Но подобные идеи мне нравятся, что ты предложил, на самом деле, это именно. Но звучит интересно. Обычно самые нестандартные карты, по-моему, ну, народ-то и ветает. То есть всегда, когда добавляли, ну, какую-то, условно говоря, дичь в мапу, там типа красного смещения, ульрена и чего-нибудь такого, на турнирах эти игры довольно редко, по-моему. Мы видели обычно в исполнении только игроков, ну вот таких творческих, скажем так, вроде Блая, Хаса, вот они любили вроде играть эти вещи, а как ты, Аверс, уже сказал, в основном-то народ более консервативный, такие карты ветуют. Ну да, если сделать так, что из мапула будет 4 карты таких, условно, 4,
А ветвить надо только 3, то есть можно, то, ну все, придется играть на какой-то из этих, там 5, допустим, придется играть на какой-то из этих карт, так или иначе, там где либо с полями замедления, либо с телепортами, либо золотой мейн, либо еще какая-то там, либо на тебя сразу же бегут 10 нейтральных лингов, и ты рабочий набиваешься. Короче, пати-хард какой-то, который именно внесет просто интерес для зрителя, потому что в первую очередь, как компания, я думаю, любым организаторам турниров, им все равно в целом на игроков относительно. Это нормально, так и должно быть. Какая им разница на этих игроков? Им главное, чтобы смотрели зрители в первую очередь. Да. Если зрители будут смотреть, если будут матчи неординарные, прикольные, там какие-то повороты. Там. Условно, меня всегда очень расстраивало, что очень много веселых хайлайтов там, с той же Доты, допустим. Ну, типа смешных видосиков, подборки, где произошел какой-то казус, ха-ха, это круто. Я сам такие смотрю. А в StarCraft такие происходят казусы раз на игр 1005, наверное, я не знаю. Поэтому подобрать такое очень сложно, а такие карты будут вносить именно такие хайлайты, будут поднимать именно интерес, то, что будет происходить что-то неординарное, там на последних рабочих биться там с нейтралом, который телепортировался, или что-то, всякой ерунды такие добавлять. Оно будет немного портить нам жизнь, да, но тем не менее зритель будет сидеть с таким довольным лицом, типа, вот это StarCraft, я понимаю. Ну, поэтому... На самом деле у меня всегда был один такой вопрос по поводу карт, да, почему мапул ограничен только 7 картами? То есть на самом деле на конкурсах Team Liquid карт очень много, там буквально 15-20 там проходят. Почему именно 7? То есть, я говорю, с тем же успехом можно добавить, допустим, 10, да, из них там 4 нестандартные. Там вето можно там расширить до 4, там, ну, то есть 5 нестандартных, 5 стандартных, там, ветать можно 4 карты, например. Да. То есть я вот не понимаю вот этого строгого ограничения. Мне кажется, это наоборот приятнее, да, то есть мы будем видеть больше матчей на разных картах, не будет как бы уже глаз замылен над ним и тем же глубоководным рифом, да, который играли там 4 сезона. Каждая бот-рибы начиналась с него или кончалась им. То есть мне кажется, Близзарды сами себя ограничивают и слишком сильно действительно пекутся о комфорте игроков, когда опять-таки, ну, игроки так или иначе вряд ли уйдут из игры. Я не думаю, что Сэрл встанет и объявит бойкот из-за плохих карт, да, потому что все-таки это его профессия, он вынужден, да, но... А зрителям все-таки интересно смотреть на какие-то изменения. Не только баланс, не только стратегии, но и хотя бы ландшафт, да, который радует глаз. Ну, да, даже если, я думаю, выбор, конечно, когда большой выбор карт, это, наверное, сложнее все равно в целом подготовиться к играм, мне кажется. Именно элемент рандома результатов будет. Но, тем не менее, тоже, короче, просто я за любые изменения, которые могут как-то воздействовать на в целом интерес. Все, я за интерес людей. Вот, кстати, в чате за народ. Пишут, что наоборот, им не нравится разнообразие, а хочется некой стабильности. Вот я знаю там Daybreak, и хочу на нем 10 лет подряд играть, я его уже изучил, и он мне знаком, там, как родной двор, скажем так, из детства. И я вот там хочу играть. То есть, видишь, не всем это нужно. Ну, не всем, но это именно если говорить об игре самому. А смотреть тебе наверняка... Ну, допустим, играть самому 10 лет на Daybreak и смотреть матчи 10 лет на Daybreak, что для тебя было бы менее плохим вариантом? Наверное, играть, типа, играть как-то, ну, нормально, тебе привычно, не выходишь из зоны комфорта, тебе ничего придумывать не надо. А смотреть одно и то же на этих картах, ну, немного не то, наверное, было бы правильно. Поэтому тут такое. Вот, наверное, есть... Сергей, да, скажет. Есть в этом... Брудваре, там, они ведь играли... буквально 10 лет на одних и тех же картах последних. Ну, я далек довольно от Брудвара в Варкрафте, да, в Варкрафте очень-очень медленная, наверное, ротация карты, и только там в прошлом году, наверное, или в этом поменяли некоторые, на которых еще я играл году в 6-м каком-нибудь, то есть. Ну, как бы, не знаю, не то чтобы народ... Вот в Варкрафте как раз... Очень мало, наверное, карт было, которые новые, скажем так, и которые, что называется, зашли. То есть, ну, как раз таки вот в Варкрафте новые карты приживаются очень плохо, и StarCraft в этом плане там на 2 головы выше, на 3 шага впереди, не знаю. Я хотел спросить, есть какие-то карты, которые, вот на ваш взгляд, в новом мапуле? Карты, которые, ну, вообще не очень.
Я бы этот вопрос передал бы Миндалю, что он молчит, сказал вначале. Из-за зон замедления. Вот это. Ну я говорю, мне кажется, она уйдет у 80% в бан и будет играться только в BO7. Все остальные, как по мне, карты довольно хорошие во всех матчах, плюс-минус. Ну, по крайней мере, играбельные точно. А, вот я согласен с этим мнением абсолютно, потому что Winter's Gate, ну, наверное, не самое приятное из-за, опять-таки, для меня из-за ЗВТ, потому что танки можно раскладывать в удобных позициях. Зергу особенно нету какого-то плюса от зон замедления, потому что, ну, разве только если инфесторов использовать, но, как правило, на стадии, когда уже идут масс-инфесторы, там уже гасты-рибераторы, то есть динамика игры уже меняется. То есть, ну, остальные карты прекрасны, все большие, все с хорошей дистанцией, зергам приятно. Мне карта Эфемерон не нравится. У нее очень маленький rush distance, на самом деле. Очень. Там так близко идти, то есть, если посмотреть просто, тебе надо пройти вот эти два зеленых квадратика, и ты на натурале соперника. Я поначалу не обратил на это внимание, но на самом деле очень близко. Еще ближе, чем на Кайрос. Надо на самом деле посмотреть, посчитать, но прям я настолько близкого rush distance еще не видел. Мне кажется, на превью она немножко искажает себя, потому что в реальности она выглядит и ощущается намного больше. То есть я тоже думал, что вычеркну ее, но когда поиграл, подумал, что в принципе карта довольно большая. И по крайней мере, больше. Да. И здесь, по крайней мере, ну, много открытых пространств, да. И есть какие-то эти мостики неприятные, да, для зерга, но открытого пространства для обороны очень много. То есть зерг за центр карты будет драться только с инфесторами, а там узкие проходы уже только в плюс зергу, на самом деле. Поэтому... тоже, мне кажется, хороша для зергов. Хуже всего, мне кажется, придется протусам, как по мне. Ну, здесь четвертую довольно сложно занимать в каких-то матчапах. Если брать конкретно Фемерона, а так, ну, опять же, rush distance там не очень большой, но это плюс-минус Кайрос, ну, по rush distance, я думаю. Также можно поднапрячь там адептом первым против Терана, ну, против зерга, ну, я не знаю. Обычная карта, и пуши, и макро в целом можно поиграть. Но единственное, вот четвертая на отдале получается немного стоит. На других картах более компактно, ну, более проще брать и занимать. Ну, тритон еще, конечно, не очень удобно в этом плане, потому что там третья карта, третья база без прикрытия. Против зерга не очень удобно, слишком широкий проход, если брать ее линейкой. А если брать треугольником, довольно близко к зергу получается, там, ну, и три хода тоже не очень. По-моему, Хидомарин на стриме, опять же, каком-то своем говорил, что новые карты, дескать, подталкивают немножко к игре в механизацию. Аверс, ты что можешь сказать? Есть ли что-то в новом мапуле более удобное для игры в мех? Прям где он напрашивается? Не, не знаю, на самом деле. Типа Thunderbird отличная карта для меха. Вот сейчас смотрю остальные, на самом деле. Ну, нет такого, что я такой открыл ее, думаю, ого, вот эта карта для меня. Ну все, теперь я заживу. Такого нет, может, просто они скорее это говорят из побуждения того, что видят какие-то минусы за био. Я не совсем это прям вижу, не рассматриваю. Сам не играю в био, мне сложно судить. И просто, наверное, игроки высокого уровня замечают какие-то тонкости, там, допустим, какие-то пуши нельзя реализовывать с танками, ты не достреливаешь там до Ротурала условно, или где-то там еще до какой-то базы, как на Cyber Forest, где с танками всегда за минералы прячутся. Нет таких мест. И, видимо, считают, что мех через циклоны будет более лучшей альтернативой. Но именно для меня, на самом деле, ничего не поменялось. Просто они, наверное, так говорят, потому что просто для био все стало чуть хуже. И не более того. На самом деле, карты обычные, то есть ничего прям такого... примечательного нет. Кстати, понятно. На одной из карт есть один небольшой баг за тернов. То есть тоже на стриме Хиромарина я видел, что, по-моему, на тритоне, на третьей базе мул может падать за минералы, и он там застреет, то есть он не может выйти. Да, немножко сырая вышла карта по итогу. Да. Ну, это даже не баг, наверное, планировка скорее там. Фича. Ну, типа. Фича. Типа, да. Много вообще было ругани насчет этого как раз, ну, того, что ничего не оттестировано, там, преграды ломаются, остаются проходы, мулы падают за минералы, рипером не запрыгнуть и так далее. Там. Ребята в Твиттере вайнили довольно сильно. Но это такое.
Кстати, прошедший турнир как-то поменял ваше представление о балансе, глядя вот такой со стороны Да, понял. ПЦС? Так, да, если в плане карт, так там играли старый. Ну да, имею в виду в плане баланса. Да. Балан, Старый. ну там Балбал. было больно смотреть за ПВЗ, на самом деле. Вот Нип как вот играл с Сералом, мне было очень тяжело. Я испытывал мощнейшее сострадание, находясь в Киеве, когда просто я не понимал. Очень плохо, когда я сижу и не понимаю, что делать человек, игроку вот с его точки зрения, что вот он ходит, и я не понимал, типа, что ему надо сделать, чтобы победить Сералов в той ситуации. Там куча инфесторов, спорок, квинка, рапторов, брудов. И, ну все, не знаю, вроде карту поделили, а развития никакого нет. Это было, конечно, очень тяжело, наверное, смотреть и портить игру для игроков, зрителям. Но Сказать тогда. Антон, наверное, имел в виду Челленджер, Ну да? да, последний, естественно, ведь он же был на новом балансе. Ну да, А, все, я который понял. в субботу был, да. Ну, Опять же, давай. я для себя отметил, да, ЕМП против Протоса, Хиромарин, по-моему, игру какую-то против Харстема на Акрополе, что ли, или где-то там на какой-то другой карте. В общем, там очень сильно. Я, правда, не отметил, делал ли он тот самый апгрейд, но он как-то просто проигрывал, проигрывал, как будто бы потом вкинул ЕМПхи, подрался и выиграл. Вот это, наверное, главное, что я для себя отметил, и что вообще. Ну, опять же, я много Хиромарина смотрю. Он очень активно сейчас ЕМП использует, он еще до патча его активно подключал, и, в общем-то, да, прям Да, заходит. ЕМП сейчас, типа, ну, она очень сильно помогает и в ТВП, и в ТВЗ, я же говорю, прям must have в лейте. Говорю, даже чересчур, там 2 ЕМП, они всю армию, там лимита 150 боевого, почти все за ЕМПшит, это для Протоса минус 30-40% КП общего, это прям слишком как-то тяжело, то есть слишком. Ну, может быть, будут учиться процы лучше сплитить в таком случае, да, как и зерги тоже в лейтгейме с инфесторами. На самом деле, ну, вот, по поводу ЗВТ я уже много читал тоже вайна со стороны зергов. Мне кажется, просто это банальная привычка выводить всех инфесторов в стаки. Но вот даже по моим ладерным играм, когда я вожу 20 инфесторов в куче, и у меня попадает МП, у меня все равно остаются 3-4 инфестора с фул маной, которые могут на отступлении покидать микозы, да? А ведь это самое главное. То есть, по сути, я по-прежнему могу кидать инфеста тернов, которые абсолютно бесплатные, ну и которые убивают что-то платное у терна. То есть, в целом, мне кажется, зерги будут продолжать свою войну на истощение. Просто теперь более аккуратно надо. Ну, а протосом? Протосом, наверное, призму с темпларами придется активно обузить. Ну, вот, как мне кажется, вариант неплохой. Но, опять же, по ПВТ я, конечно, не эксперт. Ну, призма так и так игралась просто. Ну, на самом деле, ЕМП на большом уровне игроки так всю армию, ну, ЕМПшили в плюс-минус, и ТОС тогда разваливался. Сейчас это просто стало гораздо проще делать, меньше гастов требуется, Да. и они несколько раз это могут делать одними и теми же гастами. По большому счету, если ЕМП все зашло, даже если у тебя остается пару штурмовиков, то все равно начинает разваливаться очень быстро. То есть тут зашло, не зашло, ну, такое спорно. ЕМП очень сильно внесло свои коррективы, особенно в больших лимитах, там 200 на 200. Мы когда Ну да, обсуждали блин, еще с Касом, первый раз, когда только вот этот баланс увидели, он признавал, что, получается, тиранов бафнули один раз за счет стимпака на начальной стадии и за счет кастов на поздней. Это настолько серьезно сказалось, казалось бы, но вот судя по результатам, зерги все равно впереди, и получается только ПТОСы проиграли от этих Ну, изменений. там на самом деле, потому что Сэрл Рейнер, тут как бы Да, это, выбор. ну, допустим, говорю, нельзя смотреть по количеству игроков там в разных регионах просто. Ну, типа, в Европе больше зергов, все. Они объективно много более талантливых и сильных игроков. Все, и это не зависит от баланса. Даже если у зергов заберут условно инфестора, просто и полностью скажут, ну, ребята, мы, короче, решили, что инфестор юнит лишний. В целом все равно соотношение не сильно поменяется. Все равно там на каждых 16 игроков будет 10 зергов, условно, там, или 8. Поэтому такое. А так баф на самом деле для био-таранов очень кайфовый, именно в ТВП скорее. Меня он, правда, вообще никак не коснулся, почти у меня гасты там
в 10% игр появляется, наверное, максимум. Поэтому для меня патч, что был, что нет, я как бы так в сторонке просто наблюдаю за ним. Ну, в общем-то, да, если посмотреть на челленджер, на результаты, да, тот же, допустим, Лейзер не вышел из группы с Ютермалом и Гунфу Бандой, Ламба не смог обыграть Соула и Марин Лорда. Ну, в общем-то, вполне себе результат закономерный, наверное. Да, то есть не было ничего неожиданного, то есть эти изменения не повлекли какие-то супер такие интересные вещи, что там условно был какой-нибудь Марин Лорд, всем проигрывал 2-0, а тут резко такой бац, и, там, убил Серала 3-0. Таких резонансных случаев не произошло примерно, поэтому типа, сильно, прям сильно не затронуло ничего, просто стало чуть легче, удобнее, типа, не такое масштабное изменение в целом. Зерги с Сералом будут доминировать, Серал, Рейнер. Ну да, Арк. Еще долго. Корея, кто там Солар. Минус. Ну, в Корее я бы не сказал бы, что зерги доминируют. Тут, ну, не то, что они доминируют. Ну, Дарк за него с GSL выиграл. То, что... Ну да, но это после скольких-то лет, на самом деле, в GSL. Ну, да. Так понтировано. Меня вообще забавляет, как на ВЦС. Ну, как все происходит странно иногда у игроков, нестабильно. Тот же Лейзер, он пытался пройти на Asus ROG условный и 3 или 4 квалификации прошел. Типа, чтобы вы понимали, я тогда на тот турнир даже прошел. Типа, а у Лейзера что-то не получилось. Потом поехал на GSL против мира, и тот про Пиханина там говорили, что пропихнули там. Я пытался пиариться и залетел в сборную. Все там, ну не в сборную, да, в сборную мира, все жаловались. И бац, он в финал вышел неожиданно. Потом прилетел условно и на ВЦС челленджере не смог выйти из группы, проиграв 2-0 и 2-1, кажется, как-то так. Кунг-фу панде там и кому-то. Это, на самом деле, так забавляет иногда, так сложно понять вообще природу игроков. Просто такое небольшое ответвление, не вообще. А вдруг такое же случится с сборной России на Nation Wars, да? Вот один игрок дойдет до финала из ниоткуда. Да, вытащит, но... вытащит команду, как Лейзер, только такой же сборная, такой темная лошадка. Кто у нас там? Ну, я не хочу тебя расстраивать, но как-то мой настрой немного скептичен в этом плане. Ну да. Кстати, Аверс, ты как... член команды Недоед, как настрой у Недоеда, вы наверняка как-то с ним общаетесь перед... С Недоедом как я общаюсь? Да, ну как у него настрой перед Nation Wars? Я не знаю, честно. На самом деле, я вообще понятия не имею. То есть я знаю примерный уровень игры и не думаю, что из-за того, что вообще выйдет прям грамотное. Знаю, что когда мы с ним говорили... Когда я вступил в команду, там все подняли шум, говорили, фу, что это такое. Там. Я с ним переговорил, он сказал, что он тогда не собирался участвовать в сборной. Говорит, я просто подал заявку, там повешу, если я там пойму, что я слабее, чем сборник, чем наша сборная, типа я же участвовать не буду. Я подумал, ну, все окей, типа, значит, играть он не будет. Но что-то пошло не по плану, и он играет, я не знаю. Все, но результата не стоит ожидать большого, на самом деле, типа, будет тяжело что-то ему противопоставить соперникам, поэтому... Ну, на самом деле, там есть сборные Ирана, есть сборные, по-моему, Турции, да, там игроки выше 5600, 5700 там нет, ну, как первый матч для России, вполне неплохо. Не, ну вот... Вполне... В конце концов, там еще есть секция интервью. Это ведь турнир все-таки больше медийный, правильно? Даже там ведь участвует из других сборных ведь тоже не самые сильные игроки, да? То есть в прошлом году, я помню, был Авила из США. Да, это, конечно, тоже. Ну да, понятно, участвуют медийные. Там Red, допустим, от Голландии будет, он уже не играет сколько лет. Просто ну, решил, да. Типа такой голландский сливка. Но именно просто почему-то российскую сборную преследует прям вообще череда какая-то неудач с этими сборными. Сливка, револьвер, медоед, что-то у вас там. Я уже вижу в следующем году там какой-нибудь Зерк ТВ, Добро еще пройдет, и вы прям будете там кайфовать максимально. Почему-то... В Украине в этом проще. У нас чуть менее такой большой пул игроков, но не в целом, типа, плотненькие, такие все неплохо играют, и все равно, ну, превзойти кому-то сложно.
У вас именно большой пул, на самом деле. У вас есть, вот, я сейчас открываю, Strange, Vanya, Skillows, Bee, Браток, Arctur, Bassett, Creed, Cow. В целом, ну, не, на самом деле, именно много игроков, там, на две сборные получится, таких турецких имена, там, турецких имидж, да, описали. Даже на три, наверное. Это неплохо, а на голосовании почему-то всегда происходит какая-то... Ну, что-то не так идет, на самом деле. И объективно не тройка обычно играет самых сильных. Ну, потому что у нас игроки не так часто светятся, если посмотреть последние турниры, там, по сути, кроме Скиллоуса, никого нигде не видно. И из-за того, что голосование идет, в том числе иностранных людей, голосуют тех, кого знают, поэтому проходит слив. Ну, там, да, но... Медоед свои ресурсы подключил на стримере и так далее. Да, есть такая ерунда, сложно с этим как-то бороться. Поэтому надо делать, менять как-то систему голосования. Там, вы слышали, The Reader есть игрок у канадской сборной. И он прошел на халяву. Он, короче, придумал какую-то фишку забавную, написал на Reddit пост в разделе Лола, что так и так, у вас какой-то скучный раздел. Вот у нас в Старкрафте вообще там все всегда так обсуждают круто. И вот у нас там выборы на Nation Wars команду. Типа вот, посмотрите. Скинул ссылку, где сразу при переходе открывается ссылка голосования за него. И эту страницу просмотрело там 1020 или 30 человек. И, конечно, какое-то определенное количество людей автоматически перешло по ссылке. Такие, ну, проголосуй, что нет. Типа так, просто так, наобум. И он благодаря этому по факту прошел в сборную. Ну, что за чушь на самом деле? Нет, это... там типа разбирались с этим инцидентом O-Gaming, и они вроде пересчитали голоса. То есть они ему... по-моему, что-то сняли какое-то количество голосов. И там еще один чувак был, я не знаю, как он его пробустил. Да, там тоже какой-то... Ну... Бастер, да, вот. Да. И его там поменяли на printf, теперь подняли. Ну, в общем, да. Да, блин, все равно надо просто менять. Это, именно менять что-то, приводить какие-то изменения. Тогда много, такие... много было разговоров сделать так, чтобы голосовать могли только те, кто... Я не знаю, правда, как это реализуется технически, если вообще реализуется, чтобы голосовать могли только те, у кого есть варчесты. Ну, то есть, ты купил варчест, ты получил право голоса. По крайней мере, это показывает, что ты заинтересован в этой игре. Блин, они... можно как в большом спорте, да, да, я согласен. Можно как в большом спорте, вот, допустим, суммировать, те, кто у кого есть варчест, могут голосовать, условно, игроки какого-то определенного уровня и... там комментаторы, и, к примеру, комментатор, его голос считался как за 100 обычных смертных, которые там варчест этот используют. И тогда это будет более объективно, на самом деле. Я вряд ли не вижу при таком варианте, чтобы у каждой второй сборной был какой-то Вася Пупкин, который просто пролез типа, на халяву, или наоборот, который там играл 10 лет назад, но его помнит еще моя мама, и она решила голос отдать за него, поэтому, ну, типа, чтобы как-то искоренить эту ерунду. И тогда, типа, это было бы намного более объективно, чем даже если просто варчесты. Потому что, допустим, тот же варчест, условно, если бы голосовали только те, у кого есть варчест, медоед бы прошел и так бы все равно. То есть у него зрители в целом обеспечены, и так или иначе, в первом и во втором случае он бы прошел. А если бы, допустим, еще учитывали голоса игроков, тренеров, еще кого-то там, комментаторов, стримеров, то уже была бы другая картина немного. Не, ну, медоед, ты что, медоед прошел, ну, заслуженно как бы. Ну, может быть, он, конечно, где-то преувеличил, скажем так, свои... перспективы в плане именно как игрока, но чё, работал, аудиторию собрал, как бы. Чуть-чуть совсем преувеличил. Всё, захотел, прошёл. Ну, опять же, мы возвращаемся к этому вопросу, что кто мешает нам как-то там продвигать игроков и так далее и тому подобное. На самом деле я выскажусь против этой позиции, да. Не, ну, конечно, идея с 100 голосов комментатору определенно некоторым зайдет вообще хорошо, да, тогда точно будет идеальная сборная на следующий Nation Wars. Но на самом деле ведь, опять же, мы до этого обсуждали буквально, что StarCraft не хватает медийности. Вот, объективно говоря, мне кажется, не хватает привлечения новых игроков, привлечения новых зрителей, да, то есть рост у StarCraft намного меньше, чем с другими дисциплинами. И просто если изначально подходить к Nation Wars как к турниру, который представляет не сильнейших, а самых популярных, да, то отношение к этому голосованию будет другое. То есть, ну, потому что нужно посмотреть и с другой стороны, да, то есть
А медоед, пусть он игрок не очень высокого уровня, да, но он привлечет свою аудиторию. То есть эти люди могут смотреть и официальную трансляцию, то есть просмотры официальной трансляции идут в копилку к Близзардам, к тем, кто покупает рекламу Blizzard и так далее, да, то есть так или иначе эти зрители могут потом переходить на другие каналы, смотреть других стримеров, другие турниры, может быть, даже не те, которые кастит сам медоед. То есть мне кажется, вот если смотреть именно с аспекта медийности, этот вариант довольно хороший. Ну, потому что если бы хотели провести турнир, где было бы реально три сильнейших игрока, провели бы просто три квалификации для каждой страны. Это честно, это на всех остальных турнирах вроде того же Весга, ВЦС проводилось, да, когда-то. Я помню, в 2012 году ВЦС проводил квалификацию по каждой стране там. Кстати, мне система нравилась очень сильно, не то что текущая. Ну, как по мне, в этом тоже есть свой плюс. В плане прохождения медоеда и прохождения других медийных личностей. Ну, в целом, да, как проекту это скорее выгодно. Типа, думаю, они не ставили цель, наверное. Сейчас вот задумался даже на твоем слове. Не стали цель набрать сильнейших, а скорее просто собрать аудиторию. Как-то так. Да, ну, есть в этом правда. Ну да, но с другой стороны, тот же медоед, я не знаю, по-моему, мог бы туда вписаться и кастером, хотя я не уверен. Опять же, сколько там будут и на каких основаниях выдаваться права на трансляции кому. Но если бы он транслировал, то как бы ничего бы мы не потеряли, я думаю. Ну, смотрели так бы все, кто смотрит его, а у России, как уже Дэн Фризен, по-моему, отмечал, могла бы быть потенциально самая сильная сборная за несколько последних лет. Но вот... Ну, если честно, такое, я могу сказать, что меня, лично меня больше всего триггернуло даже не то, что медоед прошел, хорошо это или плохо, а то, что по большому счету он прошел враньем. То, что он там, я топ-1, я там супер-мега-игрок и так далее, во все нубасы, я там пойду выступать за Россию, и, мол, я там хочу показать, как надо играть, поэтому я не пущу туда стрэнджа, который имеет на 1300 ММР больше. Ну, мне это больше всего, на самом деле, меня подбомбило из-за этого. Так, ну, с точки зрения, как Бассет сказал, медийности, конечно, то, что прошел медоед, это для Близзардов, естественно, лучше. То, что они изменили систему голосования, что теперь голосуется каждый день, потому что раньше, по-моему, голосовалось один раз. И это сделано именно для того, чтобы проходили те, у которых есть, ну, те люди, у которых есть аудитория. Но нужна ли нам эта медийность в данном турнире? Конкретно. Вот в чем вопрос. Ну, нам-то она не нужна, по факту. Как бы, что приходится работать с тем, что есть. Вот понятно, что объективно зрителям лучше смотреть за самой сильной сборной, а не просто там, типа... Кстати, Сергей поднял ему хорошую тему, что, да, почему-то медоед не кастер, собственно, раз у него есть большая аудитория, почему его изначально не приглашают как кастера? Почему он вынужден для того, чтобы где-то засветиться, почему-то вынужден идти на такие вот шаги. То есть, возможно, как бы я не, ну, как не умоляю. Сказать вынужден? Как бы, да? Ну, по-моему, вообще не вынужден. То есть, например, тот же сейчас будет Монреаль, там можно было подать заявку, чтобы стать комьюнити-кастером. Я не знаю, но мне кажется, что у медоеда нет такого бэкграунда, ну, с пиратством, чтобы его разворачивали и говорили: нет, парень, тебя там смотрят 2000 людей, но мы тебе не дадим кастить Монреаль. Права на трансляцию, по крайней мере, там первых дней этих ивентов их выдают вообще всем, по-моему. Да, то всем. Есть там 10-20 стримеров вообще спокойно. Вот. Другое дело, там, может быть, да, финальные дни, плей-офф, там уже... Да, то есть нужно ли это ему, ну, потому что кастить, грубо говоря, да, начальные матчи, где играют условные ноунеймы, возможно, для него это просто неинтересно? Не, ну, смотри, типа, если рассматривать с точки зрения того, что человек хочет скорее хайпануть, это, в принципе, логично. Ну, то есть, как медийная личность, он хочет набрать больше просмотров, зрителей, интерес к себе, подписчиков. Есть два варианта. Либо он будет кастить где турнир, где играют суперкрутые челики, либо самого себя приписать к самым крутым челикам и играть на этом турнире. По факту привлечет он внимание больше к себе, скорее во втором случае. Скандально, не скандально, неважно. Его именно
устоявшиеся фанаты будут говорить: ого, как круто, ты прошел сборную. А те, кто наоборот его больше хейтит, будут говорить: ну какой это засранец, и все равно поднимать этот шум, его все равно будут обсуждать. Мы сейчас с вами обсуждаем. То есть по факту это работает просто, это намного более выгодно. Мы же не обсуждаем такие те, кто будет кастить этот турнир. Вот я не представляю, что мы такие заходим и такие говорим: ребята, Алекс 007, будет ли он кастить этот турнир или нет? Давайте поговорим об этом. То есть такого нет. Просто, не а что говорить, если в этом как бы у нас нет никаких сомнений? То есть тут, даже ну, не нечего обсуждать. Ну, условно, нечего там, не обсуждать. Знаю, какие-то новенькие стримеры. Там, ну ладно, не новенькие, там, Дерг ТВ, еще кто-то. На чем ты говоришь? Ну, кто? Только если, опять же, через комьюнити кастинг. Но это, опять же, фигня все. Ну, на самом деле, если позиция с Медведем, мне, конечно, понятно, да, в плане медийности, но, опять же, есть такие игроки, как Red, например, да, то есть других сборных, ну, в составе которых игроков мало, да, но при этом есть очень медийные личности, а Red от сборной Голландии — это очень медийная личность, то есть я за него сам лично голосовал просто потому, что это привлечет и больше фанатов, и больше зрителей, и в принципе, я думаю, как игрок он ниже 5500 он точно не выступит. В случае с Медведем, конечно, неприятен, но я все-таки думаю, что текущий формат, он самый подходящий для этого турнира, так или иначе. Хотя такие казусы случаются. Ну, в следующий раз пусть от сборной Украины регистрируется Алекс 007, тогда будет интересно посмотреть на их битву. А вот сейчас по факту уже голосование прошло. Сегодня вот был пост от Стрэнджа по поводу выбора капитана сборной. Там тоже были забавные моменты, что, я не знаю, вы, наверное, читали, да, что вплоть до того, что Медоед говорил, что я дам вам по 10к, если мы пройдем на ланы. То есть вот такого плана заявления, как вам. Да, я понял, вообще-то, что в той теме на Good Game, да, где было обсуждение состава России и Украины, там отписался Стрэндж. Вот. И он поведал некий инсайт о том, что Skillz и Медоед, они обсуждали, в общем-то, их дела на турнире, то есть кто будет, значит, черкать карты, кто будет давать интервью. Ну и Медоед, конечно, решил поразить весь мир в своем интервью, судя по всему, да, то есть, но при этом оставил Skillz право тактической части, да, на турнире. Ну, в целом, как мне кажется, это, наверное, лучшее, что можно было выторговать, да? Ну, не, опять же, там вроде уже Skillz отписался еще раз в теме и сказал, что, типа, я на интервью, все, там, типа, мне надо было гнуть свою линию, я на интервью, и, как бы, все, я капитан. Но, на самом деле, не знаю, кидайте меня камнями, я бы Медоеда на интервью послушал, в принципе. Вот, потому что это прям отдельное, ну, как сказать, есть, я не знаю, ну, потому что Skillz, я примерно представляю, что это будет так все умненько, аналитически, вежливо и так далее. Медоед хайпанет, я как бы это, ну, посмотрел бы, потому что, не знаю, интересно смотреть все-таки, когда там какой-то около трэш-ток или что-то такого. Mm-hmm. Вот. Поэтому, но опять же, это там внутреннее дело ребят, команды и так далее. Не говорю, что Skillz на интервью это плохо, но если бы, допустим, интервьюшки давали все трое, то я бы до этого послушал. Мне бы было бы интересно. Да. Согласен. Ну, хоть где-то нужно порофлить, да, тем, кто уже плачет из-за того, что состав получился слабый. Ну, то, может быть, так сказать, медийность российской команды, она точно на долгие годы запомнится. Не только России и Украине, но, может быть, и иностранцам. Да. Ну, смотря какое будет, конечно, интервью. Но я бы хотел бы услышать про напругу на английском и про то, что он топ-1. И притащил этих лузеров на Nation Wars. Вот. Да, то есть какая разница, like what's the difference? We never win against Korea, so what's the difference? Who plays? I play or Strange plays? Да? Как эта полемика типа? Какая разница, все равно, мол, сольют. Ну да. Что, какой ваш предикт? Как высоко будет сборная России?
зависит, да, зависит, зависит от сетки. На самом деле Скиллоус и Браток, они вдвоем там могут наворотить, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, и опять же, да, против каких-то более слабых сборных и медоед должен затащить. Опять же, кто там, турки, Иран, вполне возможно. Да. А дальше там же все равно начинается этот, ну, all kill. То есть главное, все просто будет зависеть от братка и от скиллоса. Ну, просто у нас на, скажем так, на один бронебойный патрон в обойме меньше. Как-то вот так. То есть патрона три, но бронебойных из них только два. Другой с веселящим газом. Вот третий. Ну, ну на самом деле, да, если формат будет all kill, то тоже не совсем понятно, потому что сборная Финляндии в таком случае чуть ли не самая сильнейшая, да? То есть вместе со сборной Кореи. Мне кажется, такого турнира формат про лиги подходит больше всего. Потому что, ну, в этом, наверное, и весь смысл. Ты знаешь, да? Ты знаешь, какой формат будет? Я смотрю, что он смешанный написано. Да, он смешанный. Они начинают 3 на 3, как пролига, то есть там ABC против DEF. Вот, и потом... ну, там, короче, надо смотреть. Проигравшая сторона может возродить одного игрока, по-моему, как-то так. Точнее, блин, сложно. Там вроде там, те игроки... Смотри, там дальше... давай я объясню. Вот три играют каждый против какого-то, ну, допустим, ну, первый против первого, второй против второго, третий против третьего. Суммарный счет, допустим, 2-1 по картам. Типа все, вот эти первые с команды А победили два игрока, с команды Б там один игрок. Счет 2-1, и после начинается формат алкила. Они выпускают одного из... Каждый выпускает по одному из игроков, и продолжается уже формат алкила. То есть все по такой системе, до 4 побед. То есть какая-то наркомания легкая. Условно, если, допустим, твоя команда сборной России проиграла, условно, 3-0 команде там Финляндии, то у сборной России останется только один шанс выиграть. Это не выпустить кого-то условного там медоеда, и медоед 4-0 развалит финнов просто сломат. Да. Тогда... Типа, такие фантастические сценарии. Да. Песница же. Но, опять же, мне в целом нравится, что такой формат, потому что это немножко снижает силу вот этих стран, где только один сильный игрок, вроде Италии, Финляндии и так далее. По крайней мере, какие-то шансы могут быть, потому что если ты убиваешь в формате пролиги того же Серла, допустим, каким-то чудом, то он уже не выходит на ревайвал, если я правильно помню. Или... Вроде выходит. Блин, хотя не знаю. Я помню. Там ревайвал точно должен быть. Если, допустим, я же говорю, если в этом примере три раза все сборные России проиграли, все равно должен выходить. Поэтому все равно две жизни. Так или иначе. Я помню, в прошлом году был ревайвал Серла, когда играла сборная Кореи и Финляндии в полуфиналах, и Серл два раза проиграл. То есть два раза проиграл СУ, причем. То есть ревайвал был, но только в полуфиналах, по-моему, или уже в плей-оффах, я точно не уверен. Да не, в плей там везде, по-моему, был. Ну, как бы, ладно, формат как бы такой. Я не думаю, что если там сейчас внезапно поменяют формат, мы скажем, ух ты, ну все, теперь мы тащим. Нет, как бы, по-прежнему все довольно неоднозначно. Посмотрим. В любом случае, это будет интересно, как в плане... к нашей сборной, так и как далеко пройдет сборная Украины. Тоже довольно сильный состав, и учитывая, что Зерги сейчас на подъеме, Блай может показать очень хорошую игру. Это будет и... Проблема в том, что Блай играет совсем не по мете, поэтому даже не знаю, отразится ли на нем патч прям очень сильно, потому что у него все-таки стиль игры совсем специфический. Ну, в любом случае, всегда в целом опасно. Типа, против Блая не особо любят играть, потому что он всегда придумывает что-то какое-то, ну, какие-то вещи, всегда не знаю, что от него ожидать. Да, у нас в сборной чуть полегче дела обстоят в целом. Она более ожидаема была. Типа, у них запасной четвертый очень классный тоже, типа, поэтому в целом у них много вариантов для... Ну, типа, в сборную Украины объективно я верю чуть больше, чем в сборную России, как мне кажется. У нас сейчас команда посильнее будет и... Буду скорее в первую очередь за них болеть, за украинцев. А, кстати, в плане запасного, какой формат? Один из основы должен либо отказаться, либо... То есть как идет вот эта вот система замены? Я не знаю, на самом деле. Я так понимаю, что условно, если КАС, у него пропадет интернет, он не может появиться в игре.
то резко появляюсь в игре я, и все, я типа захожу и говорю, я вместо касса, поехали. А можно ли тебя выпустить на эйс, грубо говоря, если вот... Нет, я думаю, нет. Кто, ну, да, нет, на эйс уже нет. Типа, просто кто заявлен, все, вот эти три игрока, они уже играют, типа на матч, вот, все, три игрока. Перед матчем, да, те, которые заявились? Да-да-да, если перед матчем просто условно нет почему-то кассы, ну нету его, все, ну типа есть запасной, и типа звонят мне, говорят, Тайвер, зайди в игру, там серого надо попытаться распальтушить, и захожу, пытаюсь, все. Итак, все, давайте обсудим, может, Starline наш? Да-да, я как раз открыл нам сеточку, сейчас я покажу ее на экране. Вот она. Давайте по порядку пойдем, да? Группа А. Zipper, он и в чатике я видел. Тусовался. Но тут, я думаю, Zipper и Минато без шансов. Или сможет им дать бой. Зерк еще один. Не, ну Zipper с Минато будут играть за первое место, так я не думаю, что... Лулу сейчас не особо тренится с Эксидрон, там 500-600, я не думаю, что у них есть шансы против кого-либо из вышеперечисленных. Ну Лулу в прошлый раз, кстати, очень сильно уповал в прошлом сезоне на ЗВЗ, и тут у него как бы группа как раз ЗВЗшная, так что может быть что-то натренит. Но прошлый сезон, да, ну, не ЗВЗшная, там Zipper, но да. Но невзирая на это, тогда он вышел из группы, причем с более сильными оппонентами. Там Би, кажется, был Минато, кто-то еще, и он вышел с первого места, хотя был слабее объективно по ММР и по матчапу, как он сам сказал, поэтому... Что такое? Может быть, выстрелит. Было бы, конечно, интересно на это посмотреть. Мне кажется, в этой группе первое место займет Zipper. А за второй будет бороться Лулу или Минато. Я бы даже больше поставил на Лулу, потому что ЗВЗ Минато мне вообще не импонирует. Потому что Минато, то есть по моим играм с ним, я всегда ощущение, что Минато просто делает все подряд, и при этом у него получается это делать хорошо. Вот, но мне не кажется, что он прямо фантастически играет ЗВЗ. Мне кажется, у Лулу ЗВЗ я точно знаю, что самый сильный какой-то рем был. То есть я помню, что даже из Ноктива он у меня очень часто отжимал сеты. Вот, и меня это всегда очень удивляло, потому что, ну, вроде как игрок играет мало, но в ЗВЗ у него при этом на хорошем уровне. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, здесь будет борьба за второе место. Ну, четвертое место, думаю, Sexydron. Если только чем-нибудь тоже не удивить, но, как правило, мне кажется, здесь группа достаточно предсказуемая. У Минато больше шансов, но я все равно верю в Лулу. Вот, ну, конечно, я не очень объективен, потому что мы с Лулу друзья, но я знаю его ЗВЗ, то есть я знаю, что иногда он выстреливает. Может быть, раз-два в год, но все-таки шанс какой-то есть. Ну, а Zipper, думаю, без проблем справится со всеми тремя зерками сейчас. Тем более, я думаю, что... тут есть возможность подготовиться и... именно под Минато. Ну да. Есть, но на самом деле, я думаю, фавориты группы особо готовиться не будут. Типа, мне так кажется, если игрок себя считает очевидным фаворитом, то вряд ли будет какие-то билды подготавливать там. Условный Ваня, Стрэндж, я не верю, что они сядут и будут готовиться. Я думаю, как раз ты, Миндель, можешь что-нибудь там сделать, какие-то билды придумать, какие-то заготовки, а игроки именно фавориты обычно просто типа, так, сыграю, я же лучше. И бывает, не всегда так срабатывает, но в целом большинство таки рассуждает, поэтому типа, готовиться будут скорее такие номинальные аутсайдеры. То есть, типа, Тайвер, не будешь готовиться к своей группе? Буду ли я готовиться? Да. Нет, я не буду. Ну, у меня в группе Коу, Бёрнинг, Фоллинджер. Первый матч с Фоллинджером, с ним много раз играли. Типа, на самом деле, очень, очень простой соперник. Там всякие... Там просто надо знать, что рачи идут на пятой минуте уже ко мне. Ставить бункер, там танки какие-нибудь. И в целом, это залог успеха. А потом Коу Бёрнинг, да, там может быть посложнее, в принципе, Бёрнинг. Я хорошо знаком с ними, мы всеми четвером общаемся, у нас одна конференция есть в Дискорде с игроками. Там Hellraiser, еще Skillow, Zipper, мы вот в такой компании сидим иногда тусим. И просто знаю, как они все играют, поэтому на самом деле не ощущаю там больших проблем. Придут и все играют, и все. Эта группа, мне кажется, самая простая для предикшена. Я думаю, Аверс займет первое место, Кугуар второе. Ну, может быть, наоборот, но
Да, Burning, где-то Burning, так. Burning Fallinger вряд ли смогут пройти. То есть Fallinger ну, слабее объективно, чем все остальные оппоненты. Ну, не знаю насчет Burning. Burning, вроде как мне известно, он не очень активно тренируется, поэтому тоже я сомневаюсь, что чем-то удивит. Тем более Терны, как правило, мне кажется, такая раса самая сложная, раса сильно механическая. Поэтому... Не думаю. Не, ну Бёрнинг вроде 5800, 5900 примерно. Я бы все равно поставил, что Аверс и Коу выйдет, но Бёрнинг может удивить. Я бы не стал его прям списывать, что он точно прям не выйдет. Шансы, я думаю, у него есть какие-то. Тем более, если он подготовится, вполне может зацепиться. Тоже так думаю, потому что помню его по давнему этой... Что это было? От Старладера про серия. Ультимейт серия. Вот, и, по-моему, там как раз Бёрнинг за счет ТВТ, он в этой швейцарке играл то ли 3 ТВТ, то ли сколько-то, он как раз вот за счет ТВТ и вышел. А может, не вышел. 1-3 касс, 2-3 браток у него там было, что-то. 3-0 бетон. О, бетон. Ну, в общем, как бы, я думаю, что Бёрнинг может зажечь. Да, это бесспорно. На самом деле, самая, как по мне, простая группа для предсказания, это скорее группа А. Я прям вот верю, что Зиппер первая, а вторая скорее Минато, на самом деле. Ну, Лулу, я не знаю, как он сейчас в форме, раньше он был 5200, и все-таки Минато, который буквально два месяца назад при мне в Днепре с Блаеву катал 3-0, было такой случай, или 2-0, а потом в следующей встрече Блаев уже победил, суть. Типа, мне кажется, все-таки Минато не проиграет. А самая сложная группа именно С. Там, на самом деле, очень много интриги. Милки Кол играет очень хорошо. Типа, у него 6-100. Би с его инфесторами. Кинг Кобра с Массейром. Тоже, типа, сложно, на самом деле. Я не берусь предсказать результат ни одного матча, прям уверенно. Я не могу сказать, что там... Разве что уверенно могу сказать, что Милки Кол обыграет Кинг Кобру. Без шуток, все. Это единственный матч, где я могу сказать уверенно результат. Там было 3 атака. Лично мне тяжело. Ну, мне кажется, да, эта группа очень тяжела для предсказания. То есть я знаю, что Би этой группы очень боится. То есть я, когда анонсировали сегодня утром сетку, по-моему, ну, по крайней мере, у нас тоже конфа, в которой нахожусь я, Би и Лулу. Мы обсуждаем всякие зерговские планы там. То есть я помню, что Би сразу начал жаловаться, что группа у него ужасная. То есть я открыл, посмотрел, думаю, да, действительно неприятно, потому что Милка... играет, точнее, Милки Као, играет очень жестко в ЗВТ, мне кажется, ой, да, в ТВТВЗ, это его сильнейший матчап, по-моему, если не ошибаюсь. Брахток тоже сейчас на подъеме, а вот Би, как раз-таки после патча, стал очень неуверен в своих инфесторах, то есть он думает кое-что поменять, кое-что сделать, вот, но я сказать не могу, это строго конфиденциально, вот. Ну, думаю, очевидно, здесь только с четвертым местом, да, Кинг Кобра, это, очевидно, мальчик для битья, вот, как мне кажется, здесь. То есть, я думаю, ну, может, кто-то к ним подготовится, просто сейфовые сыграют, но борьба будет за второе место и за первое, очень жесткая. Я даже не знаю, кто пройдет. Может быть, браток и Би, потому что игроки более опытные, чем Милки Као, но, опять же, я точно не стал бы ставить квартиру на кого-то из этих игроков, поэтому буду болеть за тех, за Би, наверное. Надеяться, что в лейте инфесторы еще что-то могут. Не, ну здесь спорно, но мне кажется, все-таки браток Би должны выходить. Просто хотя бы из-за опыта. У Милки Као нет такого опыта, и ММР ну, чуть-чуть пониже все-таки будет, чем игроки. Опыт не настолько сильно иногда решает. Типа, это же турнир не на огромное количество денег. Стадия еще ранее, и там переживаний каких-то особо не будет, я думаю, Милки Као, поэтому... Ну, все равно, я наверное, думаю... не знаю. Ну да, на самом деле вот на Милки Коу мне здесь может быть даже интереснее посмотреть сейчас, чем на других, потому что, ну, парень вроде как стабильно прибавляет, и сейчас вот, да, вышел на 6К примерно там уровень, и это значит, что, в принципе, он тут может чего-то показать хорошего, какой-то хороший результат, мне кажется. Ну и во всяком случае, да, будет вот интересно посмотреть, как он сыграет даже уже первый матч с братком. Потому что сугубо как вывеска, как пара, для меня это интересно. Да, и скорее всего, кто из них победит, тот дальше и пройдет. Потому что... Но тут
тоже всякое может быть, потому что зависит от того, как там другие пары сыграют, если потенциально у них будет еще один матч, там, допустим, Decided. В общем, загадывать сложно. Тот победит, он, получается, будет играть против B, и, будучи тираном, вполне себе можно проходить. Не, ну, всякое может быть. Может, против Би, а может, против Кобры. Кто знает. С учетом такого метода, мне кажется, если Милки Кова выиграет братка в первой серии, то у него не будет права на ошибок, потому что раз он его точно не обыграет. Если он первый выиграет, он или выходит с первого, или не выходит вообще. Вот в этом фишка, что на самом деле Кобра может братка, как мне кажется. Если братку надо принципиально важно убить Милки Кову, чтобы дальше, скорее всего, сражаться с Би скорее. Потому что Кинг, ну, то есть братка скорее слабая сторона, это микроконтроль. В целом он в био, в ТВП не столь сильно уверен, как, допустим, в своем мехе. Кинг Кобру он мехом не сможет убить, типа, это мое субъективное мнение, учитывая, что я сам сколько играл с Коброй, там всякие батоны, у него опыта, вот, короче, всякой ерунды настроить, там, куча драков, батоны летают, я там на реактивной тяге из задницы всегда улетал я куда-то. Типа, я не особо верю, что там будет легко ему. А из био тоже будет не слишком просто, там какие-то куча дизрапторов, еще что-нибудь. То есть не будет прям легенькой прогулкой, мне так кажется. Поэтому братку принципиально важно убить Милки Кау, а там тоже не факт, что выйдет. Поэтому я говорю, группа на самом деле запутанная, тут результат может быть абсолютно любой. То есть если реально там условно Би что-то не почувствует себе силу, Гиташ ошибется, и батоны его реально убьют, что может быть гипотетически, потому что сейчас батоны стали чуть-чуть все-таки сильнее, типа инфестрой хуже работают. Если Кинг Кобра каким-то чудом убьет Би, такой типа как мини-сенсация, а браток обыграет Милки Кау, то там еще может Кобра выйти с первого вообще, там условно, Би выйти или остаться на четвертом. Очень много вариаций, типа я верю вообще любой исход абсолютно. Поэтому вот именно группа С это будет весело. Запишем ее как группу соглашусь. Смерти. Так, группа Д. Арктур, Френд. Группа, в группе D, кстати, все предсказуемо, на самом деле. Да? Типа, он, да. Ну, играет, тут как? Фрэнд, он... Как смотри, говорит. Просто Фрэнд сейчас особо не играет. Вот так, это скорее вот, зайти, чтобы Старлигу сыграть, там что-то такое. Лайтвейт, он, в принципе, не настолько высокого уровня, как там Арктур или Genius. Genius просто какой-то очень... специфический. Он неплохо обузит разные темы за какие-то странно работающие. Я... думаю, что ему будет комфортно играть против Lightweight. Объективно, Genius посильнее по ММР, там, каким-то другим вещам, чем Lightweight. А Арктур сильнее, чем Genius, чем Lightweight. Тут именно такой, скорее, разрыв в уровне очень высокий. То есть Арктур и Genius — это топ-1, топ-2, очевидно, и Friend, Lightweight, очевидно, 3-4. И как-то преодолеть эту пропасть, им, допустим, кому-то из них будет тяжело, мне кажется. Ну, я согласен с Аверсом. Только вот хочу отметить, что насчет второго места я не очень уверен, потому что, вот опять же, да, Genius — игрок печально известный тем, что он играет очень рискованно, очень хорошие билды, но очень-очень ненадежные, да, то есть и на ладере это часто работает. То есть на ладере, если игрок не знает, что играет Genius, он, как правило, может проиграть просто потому, что Genius срезает все углы, которые возможны, у него просто получается ровный шар, а не билд, который катится по вам, да, то есть если даже вы разведываете, если играете стандарт, но Genius очень, как мне кажется, уязвим к как раз-таки такому формату, когда у игроков есть время подготовиться, проанализировать репки, что-то придумать, да, потому что ну, почти все билды, которые я знаю, которые Genius против меня играл, они всегда были примерно одинаковые, да, и они всегда вот строились на том, что я буду играть стандарт, а Genius будет задавать темп игры, да, то есть если игрок знает, что делает Genius, играть против него намного проще. То есть, поэтому, опять же, как подумает здесь Lightweight? Подумает, ну, типа, да, и так сойдет, да, и потом прилетит к нему призма какая-нибудь или какой-нибудь фотон, и тогда, конечно, будет печально. Но если он подготовится, я думаю, выйдет Арктур и Lightweight. Если же Lightweight не будет сильно готовиться, то, думаю, Genius. Вот, ну, мне так кажется. Да, зависит от подготовки, на самом деле, типа, это очень сильно будет решать, и я не берусь сказать, кто тут будет стараться, кто нет, кто будет готовиться, тоже кто нет. Это прям тяжело сказать очень. Кстати, я думаю, безговорочно Артур первое место здесь займет. Да, место. Ну, много вероятно, да. Тут важно, в какой форме подать Genius. Но сейчас он немножко подсдал. Если он наберет свой пик, то я думаю, он Lightweight обыграет даже. Будет готовиться, не будет. Я
думаю, Дженнис хороший шанс пройти. Если он подойдет не в не самой лучшей форме, то вполне возможно, что за второе место очень сложная битва будет, и Лайтвейт может выйти. Если я бы на самом деле скорее поставил даже на Френда, но раз говорят, что Френд особо не тренируется, то вряд ли он выйдет тогда. Но Френд, кстати, в прошлом сезоне, по-моему, тоже особо не тренировался, и он с первого места вышел из группы с Лайтвейтом и Коу. Как раз, вот. Ну, он там чизил, по-моему, как-то, то есть какие-то чизы играл и на чизах как раз прошел. Вот. Поэтому Френд такой он интересный, мне кажется. И, по-моему, опять же, да, мы играли в марте это, и он, по-моему, тоже там особо не тренировался. Ну, не то чтобы я за ним слежу, но, по крайней мере, на турнирах я его вообще уже я забыл, когда последний раз видел. Какой-то там на каком-нибудь онлайн-капе. Вот не совсем понимаю, правда, почему Мендель говорит про плохую форму Дженниса, потому что вот буквально на днях у него было 6-100 на аккаунте его, по-моему, даже на мейне. То есть, как по мне, у него сейчас форма пиковая. Вот, но, опять же... Вот, соглашусь. Мне немножко виднее в данном случае, тиммейт все-таки. Хорошо, ладно. Ну, я видел просто... Ну, это мое мнение, скажем так. Но ММР, я знаю, что у него на мейне 6-100, на баркодах у него немножко группа ММР. Ну да, на баркодах 5-700. Ну, это, на самом деле, все баркоды эти, это ерунда. Там, на самом деле, ММР сам по себе не особо показатель. Говорю, вот правильно Басет сказал, что на турнирах, если... Ну, просто вообще, если человек знает, что он играет против Дженниса, ему намного проще уже... Типа именно проще. Вот я не люблю играть с баркодом Дженниса. У меня он помечен, у меня он заблокирован специально. Я таких процессов просто блокирую и в начале игры проверяю. Типа проверка на вшивость такая. Типа опа, вижу, все. Какой-то специфический парень, сыграю с ним вот как-то по-другому, осторожно или еще что-то. И когда, допустим, он играет с какого-то нового баркода, да, это неожиданные стратки приходят, и можно проиграть очень легко. А если там знаю, что это его аккаунт, знаю, как он уже углы срезает, типа, очень-очень легко, на самом деле, бывает. Просто там какие-то прокси-барак сделал, прокси-два барака, там, какой-то рипер прокси, еще какую-то ерунду сделал. Чисто очень много вариаций, как там как-то наказать его. Окей. Группа Е тоже сильная. Даже очень, я бы сказал. Группа Е. Ну, здесь... Мендель, как... давайте комментарии. Выглядит такой белой вороной. Но мне очень не повезло с группой, я считаю. Ну, на прошлой Starline везло, в этот раз не очень повезло. Наверное, все закономерно. Ну, Strange, Ваня, явные фавориты. Пока я не знаю, что мне с ними делать. На ладдере, может, у меня со Strange'ом и плюсовая статистика, но ладдер и это совсем разные вещи, скажем так. Я не считаю себя фаворитом. Хоть PvP это полностью он скилл матчап сейчас. И ты можешь вначале проиграть 5-400, потом выиграть 6-900 абсолютно спокойно. То есть там решает какой-то, ну, очень много элемента рандома. Все равно я не вижу, как я обыгрываю Стрэнджа. Как я обыгрываю Ваню, тоже сложно представить. Надо будет как-то готовиться специально. У меня есть некоторые мысли, на что можно, как можно, да, сыграть с него. Ну, посмотрим, что получится. Ghost Hell, на самом деле, тоже не самый приятный соперник, учитывая то, что каким стилем я играю в последнее время. Ghost Hell, если я правильно представляю, как он играет, то с ним будет довольно сложно. Поэтому, ну, мой вердикт, что я, скорее всего, третье место здесь займу, с большой долей вероятности, выше навряд ли. Первый матч у тебя, ну, да, группа не при... Да. Ну, Стрэндж, что, прошлый сезон пропустил, тут проходил квалификации. Все, кто прошел квали в одной корзине, вот так вот получилось. На самом деле получилось, что один из худших пиков из первой корзины и худший пик из третьей корзины у меня. Ну, не повезло, бывает. В следующий раз, может, получше будет группа. Но надо готовиться. Ты будешь кому-то готовиться конкретно? То есть, казалось бы, к зергам надо бы посерьезнее подготовиться здесь. Конкретно к Стрэнджу, к Ване, к Ghost Hell. Ну, если я не смогу его выиграть так, как я играю, ну, значит, мне не судьба проходить дальше. То точно. Поэтому, наверное, под Ghost Hell специально я не буду готовиться. Под Ваню с Стрэнджом, скорее всего. Да, группа тяжелая. Группа F, Enigma, Demago, Bastet, Modelos полегче, если честно. Но вот Bastet тоже придется попотеть, чтобы занять первое, второе.
Ну, на самом деле, я не считаю свою группу особо сложной, да, то есть Би, например, повезло намного меньше, мне кажется, то есть для меня, в принципе, ну, все оппоненты приятны, то есть я знаю, что, ну, Модус, я не знаю, какой он в форме находится сейчас, то есть у меня худший ЗВТ, это правда, я себя в этом матчапе чувствую некомфортно, но Модус — это не браток, это не Авер с его мехом, да, то есть это не Кас, которому я проигрываю на каждом турнире уже последние полтора года. То есть, ну, как по мне, мне это стартовый матч. Я думаю, в принципе, я должен выиграть его, если хорошо подготовлюсь. Ну, что касается Димаги, обычно я против Димаги проблем с ЗВЗ не испытываю. Но Димага в последнее время на турнирах начал меня жестко чизить. То есть я помню, на квалях ВЦС ко мне пришли дроны с плетками, то есть я был очень расстроен, потому что все мои заготовки просто даже не дожили до третьей минуты. То есть я боюсь только этого. То есть, ну, опять же, тоже билдов у меня с тех пор в ЗВЗ стало больше. То есть что играет Димага, тоже можно посмотреть, узнать. Ну, с Димагой я бы сказал 50 на 50 шансов у меня. То есть сейчас у меня 6200, ЗВЗ у меня лучший матчап. Я особо не боюсь этого. Вот с Энигмой могут быть небольшие трудности, но опять же, то есть я тоже очень хорошо знаю его стиль игры. Я практически каждое утро на ладере встречаюсь с ним. И он меня пробивает некоторыми билдами, то есть у него специфические особенности. Но и в то же время я тоже знаю, как его обыграть. То есть я просто это стараюсь на ладере не обузить, но есть идейки, так сказать. Но я думаю, с Энигмой у меня где-то 60% в мою сторону, там 60 на 40. Ну, в принципе, при хорошем раскладе я надеюсь выйти из этой группы. То есть я не думаю, что я займу четвертое место, но насчет первого я тоже не могу сказать. Думаю, второе место где-то я должен занять. Я могу проиграть, скорее всего, вероятнее всего, Димаги, потому что ЗВЗ все-таки, хоть матчап хороший, он нестабильный бывает, да, то есть какие-то алыны, какой-то там 12-й пул с санками, потом еще какой-то чист, то есть вполне можно проиграть. Но остальных оппонентов я, в принципе, должен проходить. Это вот мое субъективное надменное мнение. Ну, мне кажется, это одна из таких довольно равных групп, то есть здесь я вообще, наверное, не удивлюсь никакому исходу. Кто бы ни вышел там с первого, со второго места, мне кажется, у всех примерно равный шанс. Да? В целом... Чё-то мы замолчали. Да. Я думаю, люди в эфире подумали, надо обновить стрим, что-то все пропало. В целом, что у нас еще на повестке дня? Что? Да, в принципе, я не знаю, вроде бы как будто и все. GSL RO16 начинается когда? Через среду, короче, да? Вот. Но я не знаю, стоит там его. А кто, вы считаете, быстренько в качестве завершающей темы станет чемпионом GSL? Сейчас надо открыть таблицу, хоть кто там есть. Помните. Так. Трэп. Ставлю на трэпа. На трэпа? Да, я и в прошлом году на него ставил. Ну, в прошлом GSL, но он подвел меня в финале. Чем так хорош трэп? Чем он сейчас? Почему он так популярен? Почему все так любят трэпа? Так он объективно просто хорошо играет, на самом деле. Он очень много сейчас тренируется. Люблю смотреть его игры с Innovation. Они прям любимые спарринг-партнеры какие-то. Причем меня больше всего забавляет, что Innovation горит с трэпа, у него плохо получается с ним играть. И он часто типа злится, когда ему проигрывает. Там даже может на БМ ведь условно в кастомах ему. Но они все равно продолжают играть между собой. И в целом для Innovation трэп один из самых таких плотных соперников. И для трэпа в целом типа они такие два мастодонта Терранов и Протасов. Просто он объективно во всех вещах хорош, типа стабилен. То есть самое крутое в профессионализме — это именно стабильность. То есть бывает такое, что игрок там один раз выстрелил и выиграл какой-то турнир или еще что-то. Другое дело, когда игрок стабильно просто показывает какой-то определенный уровень и всегда его там нарабатывает постепенно. Вот сейчас трэп просто поднимается по уровню и по-прежнему стабилен как никогда. И сейчас его на Корее ММР 6 900 7 тысяч, это очень высоко на самом деле. Типа Мару брал только там примерно 7 тысяч, когда он, ну, 7 с копейками, когда он был прям в лучшей форме, взял 3 GSL подряд, поэтому трэп сейчас очень хорош.
Ну, я бы сказал, что выиграет Протос, это GSL. Конкретно расу не могу, точнее, игрока точнее не могу назвать, потому что есть классик, на которого уже все делают ставки, не знаю, уже полгода. Есть статс еще. Статс хороший формил, ведь недавно выиграл Asus ROG. Ну, в этом как раз, мне кажется, проблема с Протосами, потому что если Протос набирает форму, то он ее потом как-то быстро теряет. То есть я всегда жду, что если где-то Протос затащил, то в ближайшее время он где-то обломается. И мне кажется, что именно где-то по этой причине Стас, может, и не дотянет до финала. Ну, хотя, опять же, это такое. Я думаю, это точно будет не Зерк, потому что, ну, Дарк, мне кажется, в плохой форме, по крайней мере... То, что он проиграл Лейзеру, это уже нонсенс. Остальные, думаю, вряд ли. Роук вообще как бы уже давно не показывает тех результатов. Солар, может быть, выстрелит, но тоже не думаю, что... Да, и пройдет дальше полуфиналов. Да, вариантов на самом деле нет. Да, извините, что я тебя случайно перебиваю. Да. Ну, у Рагнарока шансов просто даже из группы выйти нет, мне кажется, поэтому... Тут объективно, давай прикинем, кто выйдет из группы. В группе А, мне кажется, Дарк и кто-то между Терранов, неважно. И никакой из этих Терранов не претендует на чемпионство, объективно, мне кажется. Во второй группе выйдет много вероятно. Ну, тут на самом деле группа Б самая такая плотная. Тут какой-то фаворит отсеется, скорее всего. Потому что Хира неплох в целом, но, наверное, он аутсайдер в этой группе. И есть Кьюр, есть Тивай. Кьюр сейчас на какой-то тоже форму набрал. Что-то по результатам на турнирах. ТВП очень круто играет. Типа, на самом деле, Дарк специально, он свапнул, он поменял фэнтези на Кьюра, то есть Трэп первоначально выбрал фэнтези. А Дарк, как победитель прошлого GSL, он решил создать группу смерти, чтобы все веселились просто в этой группе, устраивали вечеринку. И, в принципе, у них вечеринка выйдет неплохой. Там Трэп лучше прото, скорее Кьюр, который сейчас набрал офигенную форму, и там Зеста постоянно в ТВП, допустим, катает. Тивай, который всегда был хороший, Хиро, то есть у них тут, на самом деле, эшелон такой. В группе С... Сложно предсказать, на самом деле, мне кажется. Но тоже я не вижу какого-то фаворита турнира, что ты на него смотришь, и тебе говорят, типа, вот это выиграет. Типа там какой-нибудь Zest или Classic группы D, да, может еще тоже побороться за чемпионство. Ну, в любом случае, скорее всего, будет 3 протоса в четвертьфиналах. Скорее, 1-2 зерка и, может быть, 1-2 терра. Ну, тут я вообще уже даже зарекаюсь что-то ставить на Корею, потому что когда в первой групповой кто там, Innovation не выходит из группы с классиком Кином, я как бы уже такой же, ну ладно, хорош. Вот, поэтому тут кто знает, что может повернуться, что тираны тут наиграют в группе Б с этими новыми ЕМП. Кто знает, потому что Тивай, он в принципе такой парень с прицелом на лейт обычно. И Кьюд тоже макро такой тебе там. Ну да, я же говорю, поэтому группа Б тяжелая. И для того же Трэпа, конечно, будет нелегкой прогулкой. Но, надеюсь, тренировки с Innovation не прошли даром, поэтому... Похоронят надежды Терранов. К сожалению. Короче, да. Короче, будет что-то интересное. И прямо сейчас сложно даже загадать, кто. Потому что потенциально смотришь, и, ну и Дарк вроде может, и Трэп, и Тивай. И Мару даже не знаю. И Солар, и Стас, и... Ну, короче, да, очень сложно все. А что вы думаете, карта ляжет, на самом деле? Что вы думаете о шансах спешла? Да. Как... Так спешл красава, на самом деле, он хорошо играет. Красава. Да. Спешл. Но может он пройти... Ну, он не пройдет далеко, но... Не, ну в группе с тиранами, опять же, у него... Ну да, он может выйти, он в фэнтези недавно с ним играл, там очень... Я смотрел, на Али Малика, кажется, плотно сыграли, 2-1 счет, именно очень-очень близкие игры были. А, Кин сейчас не в форме совсем, прям Кин вообще будет для битья на самом деле. А, поэтому спешл фэнтези просто в равной борьбе будут сражаться за... Второе место, скорее всего. Я думаю, Дарк все-таки, хоть он и форму чуть-чуть подсдал, наверное, но первое удержит. Ну, я не знаю. Я думаю как раз, что Дарк после GSL против мира, когда он там обломался, а Плейзер жестко сейчас разозлится. Он такой парень, мне всегда кажется, очень, ну, по корейским меркам, по крайней мере, агрессивный. Ну, не в том плане, что злой, но такой жесткий, скажем так, вот. Мне кажется, что он отыграет как надо.
Да, может быть. По крайней мере, я думаю, Лейзер научил скромности в интервью. Да. Потому что раньше он называл не корейцев мусором, но теперь после этого поражения уже не отвертеться. Ну там опять поправка, что это же зерги. Корейские зерги это мемы, европейские тоже. Ну, Европе, и это как это, как сказать, гордость Европы. Самое страшное, что есть в этом мире. На самом деле, если бы не Серл и не Рейнер, то в Европе был бы хороший баланс между расами. То есть, по сути, редко, когда там выстреливает Лейзер или Ламба. Мне кажется, все-таки вот эти два задают тренд. Нет, ты не прав. Все равно Лейзер и Ламба все равно достаточно сильные. Есть среди зергов еще условно. Смотри, если бы не было Рейнера и Серла, там, допустим, Занстер бы более усиленно, может быть, тренировался, Сортов бы поднялся чуть-чуть. И то есть на их место пришли бы другие. То есть все равно бы из зергов было подавляющее количество. Их на самом деле просто больше. Вот именно ну, да, больше нам относить. Поэтому даже если бы не было Серла и Лейзера, все равно бы просто какие-то другие зерги, которые сейчас не сильно заметны, играли бы получше в целом. Потому что они больше бы имели возможность зарабатывать, условно, два бы места освободил, где хлебушек можно... Все, и поэтому как-то так. Не, ну здесь я больше с Бастом на самом деле соглашусь. Если бы не было Серла и Рейнера, в финале каждого CS мы, наверное, не смотрели бы. Не, ну да, это нет, с этим я сам не спорю, типа. ЗВЗ бы не было всегда. Мне скорее смущает, почему популяция Терранов такая слабая, прям вообще. Вымираем буквально. Вернулся только Марин Лорд и все. Прям реально. Топ-3 Террана всего лишь. Только 3, все остальные прям именно низкого уровня в целом, типа. Если назвать топовых терранов, только 3. Остальные все прям очевидно слабее. И это, конечно, раздосадывает меня немного. Ну да. Как-то очень много ушло талантов, да, тот же Тор Зейн, Люцифер, еще старый, помню. Да. Хэппи. Они уже тогда почувствовали, что что-то неладное. Хэппи, да. Вовремя покинули корабль. Ну да, так и Хэппи даже в каком-то интервью говорил, типа, не помню в каком и какого года. По-моему, это как раз вот 12-й какой-то или 13-й, когда там были брутфестеры, он говорил, я выбирал расу, смотрел на результаты на турнирах, там, типа тираны тащат, о, круто, буду играть за тиранов, микропотенциал, все дела, как я ошибался. Ну, да, что есть, то есть. Блин, мне даже жалею, что я не застал те времена бородатые 2011 года, когда каждый второй профессиональный игрок был тераном, когда они всюду было напичканы. Я еще ТВТ люблю, мне именно интересно даже было просто посмотреть, а сейчас, к сожалению, тяжелый этап для нашей расы, именно в Европе, по крайней мере. В Америке нормально терранов, на самом деле, там их даже что-то прям много становится, какие-то плодятся как-то, именно с США, там, они, я их даже начинаю путать, Виндикта, Эпик, Фьючер, прям, какой-то... Да, мне кажется, потому что в Америке там, в принципе, микроклимат немножко другой, скажем, да. Экосистема. То есть там больше, ну, уровень игры в целом, как говорят, ниже, но там много каких-то ребят, ну, скажем так, с гиммиками, что ли. Ну, типа, больше, может, какой-то вариативности, ребята вроде Рафа там какие-нибудь. Ну, Раф-то вообще, конечно, да, отдельно. Тому подобное. Просто, и, допустим, если бы Раф играл в Европе, мне кажется, он бы довольно-таки потерялся. Вот, а так... Ну, хотя, кстати, недавно где-то видел его игру против Полта, и прям интересно, прям хорошо было. Ну да, ну, когда я смотрю на американских зергов, там вообще плакать хочется. То есть, кроме, ну, из региона, кроме Скарлетт и кроме Чема, мне кажется, там вообще беда. То есть, действительно, диспропорция по количеству талантливых игроков в каждом регионе очень разная. В Европе более-менее баланс, но зергов все равно больше. В Корее тераны доминируют, хотя там, в принципе, ну, по-разному. Как доминируют тераны? Просто в Корее, ну, тераны, да. В Корее тераны что-то могут, скажем, да, да, так. Вот, в основном, то есть там... Ну, в Корее и терранов просто больше тоже, да. Это примерно как в Европе зергов. И просто первоначально больше, и поэтому больше выбивается в призовые, прям, на самом деле. Ну, да, возможно. Ну, в Европе, да, как-то вообще, с этим. Как все говорят, что в Корее все так хорошо с тиранами, потому что раса микровзависима, а они очень так хорошо, ну, с этим апеллируют.
Поэтому да, там, ну, не знаю. Мне кажется, что прям не совсем в этом дело даже. Может быть, опять же, момент связан с этой, со школой, скажем так. Ну, то есть, когда у тебя есть вот эта вот тусовка, с кем общаться и обмениваться мыслями и так далее, ты там как-то быстрее растешь и так далее. Вот. А в Европе с этим, ну, там, кто сейчас в топе Теренов? Ютермал, Хиромарин и Марин Лорд. И они, по-моему, даже не особо как-то там корешат, чтобы что-то между собой обсуждать и так далее и тому подобное. Ну. Я помню, Сэрл говорил в каком-то интервью, что ему как раз вот с ЗВТ есть проблема в плане тренировок, потому что ЗВЗ у него очень хорошая, и за счет того, что количество зерков большое, он постоянно тренируется, а вот ЗВТ ему не хватает практики на европейском сервере. Да, да, да. Я помню много лет назад и Лейзер, когда он только первый раз, ну немного, несколько лет назад, и Лейзер первый раз, когда поехал в Корею, приехал, потом в интервью говорил, типа, ребят, Евротирна, вы тренитесь вообще или что? Я там, типа, поехал в Корею, поиграл на ладере, офигел с их уровня, что вы делаете? Типа. Ну, он, наверное, опять же так, полу поджигал, подзадоривал, ну, такое. Ну, короче, да, Тераны как бы в Европе сложно с этим, сложно, наверное, сказать. Да, мы начали с баланса, баланса мы закончили, круг завершен, собственно, и мы потихоньку заканчиваем второй выпуск. Пока не забыл, хотел бы поблагодарить Сунакасури за помощь в оформлении, собственно, вот эти вот все рамочки, название, это все ее работа, вот, спасибо. И также спасибо гостям. Очень было интересно послушать. По балансу много нового узнали. Вам как эта встреча пошла нам на пользу, как игрокам? Ну что, было увлекательно, скажем так. Да. Ну да. Лампово посидели. Я, опять же, почерпнул что-то для себя. Надеюсь, зрители что-то почерпнули для себя. Всегда интересно как бы послушать мнение игроков. Тем более, когда такие темы, как баланс, как новые карты и так далее. Ну вот. Всегда какая-то пища для размышлений. Так что лампово посидели и вечерочком уютненько. Всем да. Спасибо. Опять же, призываю вас переходить по ссылкам, которые... Все, да, эфир. Я помашу ручкой. Пока всем. Подожди. А, еще нет. Да. Ничего не было сейчас. По ссылкам, которые под никнеймами, твиттеры, соответственно, и у Миндаля это группа ВКонтакте, там он, оказывается, делает видео всякие разные с обзорами баланса, с обзорами каких-то командных лиг, довольно интересно послушать. Также интересно почитать, что пишет Изард по... в StarCraft у себя в группе. Опять же, посмотрите, очень есть забавные там статейки, твиты, переводы. Вот. И следующий выпуск будет через неделю примерно. Попробуем поближе к Nation Wars что-нибудь придумать с членами сборной. Если получится... Тестовое интервью. Да. Бета-интервью. Кто из них перехватит инициативу, так сказать, в прямом эфире. Вот. И поговорим по итогам GSL, Starline и так далее. Спасибо всем. Мы заканчиваем. Сейчас махать рукой можно? Да, маши. Ты мне скажи, когда просто махать. А, все, да, маши. Все, всем пока. Всем пока.